Добрый день. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Искренне рад вас приветствовать здесь. Мы уже третий раз проводим эту встречу. Думаю, что она уже становится такой традиционной. Мы несколько там меняем формат. Но основная задача проведения подобного рода мероприятий – это, конечно, иметь возможность всем, кто занимается бизнесом, тем, кто предпринимает в Тульской области, действительно иметь возможность пообщаться с руководителями органов государственной власти субъекта, с руководителями наших муниципальных образований, с теми заместителями, которые отвечают за создание нормальных инвестиционных условий для работы в Тульской области. Хочу сказать, что, ну, во-первых, хотел всех вас поблагодарить за тот вклад, который все вы, ну, все мы сделали в достижение результатов, потому что по итогам прошлого года решением правительства Российской Федерации 24 декабря прошлого года Тульская область признана регионом, который занял первое место в оценке социально-экономического развития. Поэтому я всех поздравляю с этим. Кроме этого, мы приняли решение, и я выпустил указ, в соответствии с которым 2016 год у нас установлен годом предпринимательства. Это не только такая декларативно-нормативная какое-то действие, но, безусловно, мы к этому готовились. Мы приняли все необходимые законы, которые были, решения по которым были приняты по итогам Государственного совета. Ну и вы знаете о том, что вчера правительство, президент России Владимир Путин встречался с членами правительства, и правительство говорит о том, что те предложения, которые рассматривались и готовились, они сейчас должны войти в новый антикризисный план. Мы пока еще не знаем, какой он будет окончательно. Есть пока обозначены большие, скажем, там, меры поддержки регионам, автопрому, другим отраслям промышленности. Но уверен, что те предложения, которые мы вместе с вами готовили, готовясь к заседанию Государственного совета по поддержке малого и среднего бизнеса, они войдут и в итоговый документ, в итоговый антикризисный план. Ну, я как член антикризисной комиссии правительства Российской Федерации постараюсь, чтобы действительно мер социальной поддержки для предприятий малого и среднего бизнеса было как можно больше. Поэтому я предлагаю начать нашу работу, и для того, чтобы поработать так достаточно оперативно в течение 3 часов и ответить как можно больше вопросов. Спасибо. Уважаемые коллеги, сегодня проходит регулярная очередная встреча губернатора Тульской области Владимира Сергеевича Груздева и правительства Тульской области с предпринимательским сообществом региона. Такие встречи стали уже хорошей традицией. Сегодняшняя встреча проводится уже в 3-й раз. Сегодня здесь присутствует губернатор Тульской области Владимир Сергеевич Груздев. Первый заместитель губернатора Тульской области, председатель правительства Тульской области Юрий Михайлович Андриянов. Представитель крупнейших тульских бизнес-объединений, президент Тульской торгово-промышленной палаты Юрий Михайлович Агафонов. Председатель Тульского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Михаил Григорьевич Глухов. Руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Тульской области Сергей Иванович Казаков. Председатель Совета Тульского областного отделения общественной организации «Деловая Россия» Алиса Евгеньевна Толкачева. И уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области Александр Юрьевич Головин. Также в зале присутствуют руководители общественных организаций и объединений, руководители правоохранительных органов, территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти, представители законодательной власти Тульской области, члены правительства Тульской области, руководители органов исполнительной власти области и администрации муниципальных образований.
Уважаемые коллеги, вашему вниманию представляется фильм об успехах тульского бизнеса. Тульская область – регион с огромным потенциалом. В 2015 году область заняла 10-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности для ведения бизнеса. Мы руководствовались следующими критериями при принятии решения. Во-первых, естественно, близость Тульского региона к центральному рынку сбыта нашей продукции, то есть городу Москвы, и вообще центральному региону. Во-вторых, мы исходили из того, что логистически Тульский регион, опять же, очень удобно расположен и помогает нам оптимизировать логистические издержки. В-третьих, что немаловажно, за время работы у нас сложились действительно партнерские отношения с руководством региона. Любые вопросы, касалось бы то технического регулирования или налогового законодательства, решаются в обстановке доверия и прозрачности. Поэтому мы продолжаем рассматривать Тульский регион как стратегическую площадку для производства нашей компании. Не только для Российской Федерации, но также и для новых возможностей по экспорту нашей продукции, которая открывается сейчас в текущей экономической обстановке. В 2015 году построено 19 крупных промышленных объектов. Энергоблок Черепецкой ГРЭС, новое производство аммиачной селитры на АО «НАК Азот», птицеводческий комплекс «Валовский бройлер», вторая линия нетканого полотна «Авгулрос», элеватор ячменя ООО «Балтика». А это новые рабочие места, где уже задействованы 128 тысяч человек. Сельское хозяйство в регионе по темпам развития не уступает промышленности. В 2015 году засеяли 780 тысяч гектаров. Это максимальная посевная площадь за последние 10 лет. Получен рекордный за последние 20 лет урожай картофеля – 1 миллион тонн. По этому показателю мы третьи в ЦФО, а по темпам прироста – первые. По программе поддержки начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм гранты получили 33 фермерских хозяйства. Сумма одного гранта начинающим фермерам – более 1,5 миллиона рублей. А на развитие семейных животноводческих ферм выделяют гранты до 9 миллионов рублей. Занятие фермерским бизнесом, оно, конечно, является своеобразным, очень амбициозным, очень рискованным. И без поддержки правительства оно может превратиться всего лишь в хобби. Но благодаря нашей Тульской области правительству, министерству и сектору сельского хозяйства мы понимаем, что у нас есть перспектива, что мы надеемся на будущее и можем идти вперед. Когда мне было 14 лет, родители купили участок за городом, построили дачу. Потом мы начали уже покупать породистых животных, и это перешло в бизнес. Ну, у родителей собственное производство, поэтому этим начал заниматься я. Потом в 2015 году получил грант 1,5 миллиона рублей от Министерства сельского хозяйства. На эти деньги построил ферму, купил коз. Сейчас они уже прошли карантин, у них уже родились дети. Два козленка уже выставлены на продажу. Планирую делать по голове своего стада около 100 коз. Потом уже заниматься большими продажами. И также продажи молока. Малый и средний бизнес региона сегодня – это более 58 тысяч предприятий. Из них более 6 тысяч в 2015 году получили государственную поддержку. В 2011 году таких предприятий было лишь 300. В прошлом году мы приняли участие в двух мерах господдержки, как социально ориентированное предприятие, и нам возместили часть затрат на приобретение нового оборудования. Правительством Тульской области разработаны задачи по дальнейшему развитию региона. В 2018 году обеспечить рост валового регионального продукта до 500 миллиардов рублей и долю в нем инвестиций 27%. Это 135 миллиардов рублей. К 2021 году удвоить занятость в малом и среднем бизнесе, ежегодно создавая по 25 тысяч рабочих мест. К 2021 году увеличить посевную площадь до 1 миллиона гектар, а в 2018 обеспечить валовой сбор зерна 2 миллиона тонн. Уважаемые коллеги, о мерах поддержки инвестиционной деятельности в Тульской области нам расскажет заместитель председателя правительства Тульской области, министр экономического развития Тульской области Григорий Викторович Лаврухин. Уважаемый Владимир Сергеевич, уважаемые предприниматели, в сегодняшних достаточно
сложных экономических условиях в России и мире Тульская область по основным направлениям своего развития показывает положительную динамику. Так, совокупный прирост валового регионального продукта за 2011-2014 год составил порядка 64%. Если в 2011 году он составлял 280 миллиардов рублей, то по нашим оценкам в 2015 году он уже составит 430 миллиардов рублей. Объем инвестиций в основной капитал за 4 года составил 348 миллиардов рублей. По оценке, данный показатель в 2015 году перейдет барьер в 100 миллиардов рублей. Тульская область по индексу роста инвестиций за 9 месяцев 2015 года находилась на третьем месте в Центральном федеральном округе и на 13 месте в Российской Федерации. Как сказал Владимир Сергеевич Грузев, по результатам 2014 года Тульская область была премирована правительственным грантом за достижение наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий Российской Федерации. Хотелось бы отметить, что результаты данных грантов определялись по оценке 12 ключевых показателей социального и экономического развития за 3 года, 2012-2014 год. Это такие показатели, как налоговые и неналоговые доходы региона, создание новых рабочих мест, ввод жилья, уровень безработицы, доступность детских садов, численность родившихся и численность умерших, оценка населением деятельности органов исполнительной власти. Согласно национальному рейтингу состояния инвестиционного климата России, наш регион в прошлом году занял 10 место среди регионов Российской Федерации. В конце прошлого года рейтинговое агентство «Эксперт.РА» определило регионы по потенциалу развития инвестиционного и потенциалу инвестиционного риска. Тульская область заняла 35 и 11 место соответственно. Одним из главных драйверов развития тульской экономики являются инвестиции. Сегодня около 40% инвестиций приходится на обрабатывающие производства. За 2011-2015 год в Тульской области реализовано 65 крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше 155 миллиардов рублей. Только в 2015 году было завершено 19 инвестиционных проектов. Сегодня продолжается реализация 50 крупных инвестиционных проектов, и в 2016 году планируется к завершению 18 из них. При этом хочу подчеркнуть, что приход в регион крупных инвесторов открывает новые возможности перед малым бизнесом и средним. С одной стороны, повышая качество его работы за счет внедрения достаточно высоких корпоративных требований. С другой, давая возможность участвовать в подрядных работах на этапах строительства при оказании услуг, поставке соответствующих комплектующих. В условиях жесткой конкуренции регионов за привлечение инвестора важным фактором является создание комфортных условий для открытия новых производств, в том числе по предоставлению эффективных мер государственной поддержки. В настоящее время регион оказывает следующие инвестиционные преференции. Это налоговые льготы, это строительство за счет средств инвестфонда инженерной и транспортной инфраструктуры, субсидирование затрат инвестора на инфраструктуру, а также уплату процентов по кредитам на технологическое перевооружение. Ведется строительство индустриального парка «Узловая», предоставляются гранты инвесторам и инноваторам. Общий размер поддержки в прошлом году превысил 1 миллиард рублей. Кроме этого, широкая линейка инструментов поддержки направлена на развитие сельского хозяйства. Это предоставление грантов начинающим фермерам, семейным животноводческим фермам. Это возмещение части процентной ставки по кредитам, возмещение части затрат на развитие плодовых и ягодных площадей, на развитие молочной продукции, на строительство и технологическое перевооружение мелиоративных систем, на приобретение племенного молодняка КРС, на уплату страховых премий, предоставление субсидий на возмещение части затрат на проведение культур-технических мероприятий. В прошлом году общая сумма поддержки из средств федерального и региональных бюджетов тульским аграриям превысила 2 миллиарда рублей. На протяжении последних лет в регионе активно внедряются новые стандарты работы с инвесторами. Успешность данной работы во многом оценивается именно бизнесом в рамках национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах. Как уже отмечалось, Тульская область по итогам 2014 года заняла 10 место, но при этом мы обозначили и новые точки роста и развития бизнес-среды региона. С учетом лучших практик всех субъектов России утверждена дорожная карта по совершенствованию предпринимательского климата в Тульской области, направленная на снижение административных барьеров, на развитие инвестиционной инфраструктуры, и особый акцент сделан на малый и средний бизнес. Благодаря реализации этих мероприятий предприниматели уже сегодня могут значительно быстрее и качественнее получать самые востребованные услуги. В области открыто 34 МФЦ и 109 удаленных рабочих мест, предоставляющих более 180 федеральных, государственных и муниципальных услуг как предпринимателям, так и жителям региона. В планах запуск бизнес-МФЦ в Туле и в районах. Кроме перечисленных выше других реализуемых правительством региона мер, в 2016 году планируется снизить количество проверок и административного давления на бизнес. По нашим
оценкам, количество плановых проверок в 2016 году снизится на 40% по сравнению с предыдущим годом. К примеру, по земельному контролю в городском округе Тула такое снижение произойдет в 5 раз. Оказывать поддержку тульским компаниям по получению федеральных мер поддержки, в том числе по линии институтов развития. Разработать закон о предоставлении земельных участков для реализации особо значимых региональных инвестиционных проектов без торгов. Повышать инвестиционную культуру в муниципалитетах, в том числе за счет полноценного внедрения и мониторинга качества муниципального инвестиционного стандарта. Помогать продвижению компаний, которые ориентированы на экспорт и на импортозамещение, путем их презентации на региональных и мировых площадках. Развивать институт оценки регулирующего воздействия как эффективного инструмента вовлечения бизнеса в принятие актов, напрямую затрагивающих их интересы. Содействовать развитию конкуренции на приоритетных социально значимых рынках услуг, снижая долю государства и присутствие бюджетных организаций в этой сфере. В заключение хотелось бы добавить, что в Тульской области все органы исполнительной власти и представители муниципалитетов всегда ведут активный диалог с бизнес-сообществом и готовы корректировать свою работу и свои программы и внедрять самые лучшие предложенные конструктивные предложения в свою работу. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, информацию о создании условий для малого и среднего бизнеса в Тульской области нам представит председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Валентиновна Лобаева. Уважаемый Владимир Сергеевич, уважаемые коллеги, на сегодня в Тульской области осуществляет свою деятельность более 58 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе 37,3 тысяч индивидуальных предпринимателей, 18,5 тысяч микропредприятий, 2,3 тысячи малых предприятий и 225 средних предприятий. Динамика изменения количества субъектов малого бизнеса по годам приведена на слайде. Резкое повышение размера социальных взносов в 2013 году привело к закрытию определенного количества индивидуальных предпринимателей и малых предприятий. И в целом по Российской Федерации сокращение субъектов бизнеса стало меньше их на 500, более чем на 500 тысяч. В Тульской области количество предпринимателей уменьшилось практически на 5,5 тысяч, малых предприятий стало меньше на 1056. При этом следует отметить, что такие бизнес-структуры закрылись в основном, которые практически не осуществляли деятельность, вели нулевую налоговую отчетность или вообще не представляли ее. С 2014 года мы наблюдаем увеличение количества действующих предприятий и предпринимателей. По итогам 2014 года в сфере малого и среднего бизнеса, включая наемных работников у индивидуальных предпринимателей, занято более 183 тысяч человек, или 27% от общего числа занятых на всех предприятиях области. Более подробная информация приведена на слайде. Несмотря на сложившуюся ситуацию, роль малого и среднего предпринимательства в экономике региона постоянно увеличивается. Растет его удельный вес в валовом региональном продукте. По оценочным данным за 2014 год эта доля составит 27,8%. В 2015 году в нашем регионе была определена одна из ключевых задач по развитию малого и среднего предпринимательства – удвоить занятость к 2021 году вдвое в сфере малого и среднего бизнеса, создавая ежегодно в среднем по 25 тысяч новых рабочих мест. Это в полной мере соответствует задачам, поставленным президентом Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в России. Для выполнение поставленной задачи в настоящее время реализуется план мероприятий, утвержденных правительством Тульской области по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. В 2015 году в сфере малого и среднего бизнеса создано 20 419 рабочих мест, что подтверждает эффективность реализуемых мер. Это новые места, созданные за счет реализации инвестпроектов, открытия новых предприятий, расширения действующих производств, а также за счет легализации трудовых отношений.
На текущий год перед нами стоят следующие задачи. Создать не менее 20 111 новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства. Увеличить количество получателей господдержки на 15% к уровню 2015 года. Расширить линейку финансовых мер поддержки. Повысить качество и доступность услуг для предпринимателей на базе действующих МФЦ путем создания бизнес-окон и бизнес-зон. Вовлечь молодежь в занятия предпринимательской деятельностью. Для этого разработать 50 бизнес-кейсов. На сегодня 20 уже готовы. Для начала и уже начато активное взаимодействие с новой структурой, созданной Федеральной корпорацией малого и среднего бизнеса по участию Тульской области во всех реализуемых пилотных проектах. В нашей области сформирована одна из лучших региональных систем поддержки малого и среднего бизнеса, которая включает в себя финансовую, имущественную поддержку, бесплатную информационную и юридическую помощь, консалтинг, обучение, налоговые преференции. Сегодня действуют в Тульской области более 10 областных законов, которые предоставляют налоговые льготы как начинающим предпринимателям, так и действующим малым предприятиям. Введены налоговые каникулы по упрощенной системе налогообложения и патенту для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в сфере социальной, научной, производственной, а также в сфере бытовых услуг населению. Снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для действующих и впервые зарегистрированных организаций в зависимости от вида предпринимательской деятельности. Предусмотрено двукратное снижение размера потенциально возможного годового дохода при применении патентной системы налогообложения. Расширен перечень видов предпринимательской деятельности по патенту до 63. Предусмотрен налоговые льготы на имущество организации от кадастровой стоимости объектов недвижимости для налогоплательщиков, находящихся на упрощенной системе налогообложения и на едином налоге на вмененный доход. При этом хочется отметить, что в Тульской области действуют эксклюзивные региональные налоговые льготы. Мы их называем «Тульские налоговые каникулы». Об этом на слайдах представлена подробная информация. В качестве имущественной поддержки для предпринимателей с июля 2014 года в городе Туле открыт первый региональный бизнес-инкубатор, который предоставляет предпринимателям по льготной арендной плате помещения, необходимую оргтехнику и бесплатный интернет. В настоящее время ведется работа по подготовке проектно-сметной документации, которая позволит начать строительство нового бизнес-инкубатора уже в текущем году. 2016 год, год предпринимательства в Тульской области, он будет насыщен большим количеством мероприятий, которые мы планируем проводить вместе с общественными объединениями предпринимателей. Это конференции, форумы, круглые столы, различные конкурсы, в том числе конкурс среди журналистов на лучшее освещение темы предпринимательства. Будет издана летопись тульского предпринимательства. Работа в этом направлении уже сейчас проводится. Активная работа по вовлечению школьников и молодежи в занятия бизнесом. Все эти мероприятия будут способствовать поднятию, повышению престижа предпринимателя и популяризации предпринимательской деятельности. Спасибо. Уважаемые коллеги, переходим к вопросам от нашего предпринимательского сообщества. Ряд вопросов поступило от общественных бизнес-организаций и объединений. Вопросы от торгово-промышленной палаты. Пожалуйста, Юрий Михайлович Агафонов. С места. Уважаемый Владимир Сергеевич, уважаемые коллеги, действительно достигнуты очень приличные результаты, о них доложено. Это факт. Наверное, удержаться на этих позициях, а может быть даже то, что требуется идти вперед еще больше, гораздо сложнее, нежели вот в прошлые годы то, что сделано. И, конечно, надо видеть реальные перспективы, где это можно делать. Они есть, безусловно. В общем-то, не все так гладко, как на бумаге у нас получается в жизни, потому что жизнь гораздо сложнее, чем вот просто такая вот схема. Вот что мы видим у себя в торгово-промышленной палате, из реально можно делать то, что сегодня. Много видим, но хотелось о двух буквально вопросах сегодня сказать. Вопрос первый. Производственные малые предприятия.
В Туле, благодаря конкурентным нашим возможностям, связанным с широким развитием машиностроения, оборонной промышленности, этот вопрос сегодня еще находится на достаточно слабом уровне. Мы не сделали всего, что можно реально было сделать. Мы видим, как это делать нужно сегодня. Естественно, что мы знаем, что творится в соседних регионах. И поэтому у нас есть предложение на этот счет. Нам нужна программа, дорожные карты, как угодно, организации взаимодействия более эффективного малых, средних и крупных наших промышленных предприятий, в том числе по гособоронзаказу. Второй вопрос из этой же темы. Малые инновационные предприятия. Сегодня в Туле очень недостаточно развита вот эта тема. У нас есть блестящие малые предприятия, которые уже выпускают продукцию, которая импортозамещающей является. Нам надо расширить эту работу. У нас сегодня есть на подходе ряд предприятий, которым требуется конкретная поддержка, и они тоже встанут в этот ряд. Все вот эти работы, которые нам необходимо делать, естественно, мы планируем делать вместе с правительством, и поэтому наше вот предложение по вот этим двум направлениям, Владимир Сергеевич, такое. Требуется ваше политическое решение для того, чтобы изменить существующую инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса, производственного и инновационного. Ну, например, я уже говорил, дорожная карта, программа с деньгами, разбитая по годам, а подход должен быть сегодня немножко иной, нежели раньше. Сегодня эффективность, стоимость должна быть в основе, а не просто всем, кому, так сказать, придется. А эффективность не просто отчет на бумаге, количество созданных рабочих мест или там еще некий какой-то показатель, а доходы, вернее, поступления в доходную часть бюджета в виде налогов от этой деятельности. Мы готовы участвовать в этом вопросе, у нас есть свои предложения. И я думаю, что мы вернемся к этому вопросу. Вообще мы бы считали, что нужно вернуться к созданию некоммерческого партнерства, организаторами которого были бы правительство, торгово-промышленная палата, Союз машиностроителей, Союз работодателей. Спасибо. Да. Спасибо, Юрий Михайлович. Да, действительно есть проблемы. И вот когда готовилась эта встреча, в том числе наш представитель Российского союза промышленников-предпринимателей поднимают вопрос расчетов, ну, скажем, новой процедуры расчетов при государственном оборонном заказе. Да, проблема она есть. В целом система работает, но есть и нюансы. Значит, вот здесь, сколько она уже у нас, Юрий Михайлович, работает? 3 месяца, правильно, отработала? Там с 1 октября, по-моему, начали они, так сказать, активно ее внедрять. Мне кажется, нужно просто еще какое-то время посмотреть. Но вот таких вот массовых пока замечаний вот я пока не слышал. Хотя, в принципе, обсуждение идет о том, что действительно после того, как спецсчета были созданы, соответственно, так сказать, такая проблема, она начала там проявляться. Но ведь основная задача была создание спецсчетов для того, чтобы, ну, по сути, окрасить деньги государственного оборонного заказа и контролировать четко, так сказать, исполнение именно тех заказов, на которые выделяются деньги. Частенько получалось так, что у нас предприятия, получая деньги за один заказ, соответственно, направляли на завершение либо начало там других каких-то работ. И если вы посмотрите, там же во всех сметах учтена в том числе и плановая прибыль. То есть здесь надо, конечно, нам с руководителями предприятий еще раз наших оборонных посмотреть. Этот вопрос, он, кстати, напрямую тоже связан с нашими предприятиями среднего и малого бизнеса, потому что по кооперации у нас все больше, с каждым годом больше и больше продукции производится на территории Тульской области. То есть у нас становится такая внутри региональная кооперация, которая развивается достаточно активно. Что касается вот вашего примера и вопроса, скажем, создания инновационных малых предприятий или предприятий, которые дают существенную добавленную стоимость, но вот в том числе был вопрос по созданию центров инжиниринга, да, то есть, ну, вот один из таких центров у нас реализуется сейчас на базе нашего Тульского университета, и есть и другие, скажем, например, компания
Маштерма на сегодняшний день подала заявку на то, чтобы, так сказать, рассмотрели ее заявку в российской венчурной компании. И, в принципе, она первый этап прошла. Вот дальше как раз я здесь с вами согласен, что нужно поддерживать те компании, которые в будущем дадут максимальный, так сказать, эффект по возврату этих средств через создание высокопроизводительных рабочих мест и дополнительных налогов в региональный бюджет. Ну вот очень яркий пример, наверное, тоже всем приведу. Вот посмотрите, компания «Новомосковский Азот» за 4 года увеличила поступление в региональный бюджет в 3 раза. И это произошло благодаря, ну, понятно, что есть девальвация, которая дает у них часть продукции, это экспорт. Но на самом деле в большей степени удалось за счет того, что они смогли действительно провести серьезную модернизацию. Эта серьезная модернизация позволила выпускать новую номенклатуру, которая пользуется серьезным спросом. Но любая модернизация, она ведет в том числе и к снижению рабочих мест. Если 10 лет на Новомосковском Азоте работало почти 9 тысяч человек, то сегодня это 3,5 тысячи человек. Но это совсем другая выработка на одного работающего, это совсем другие доходы и так далее. И сегодня вот Новомосковский Азот, благодаря своей вот такой грамотной политике, кстати, которая смогла быть реализована благодаря помощи правительства области, потому что мы 4 года назад активно очень помогли ликвидировать бывшие остатки трубопроводов и так далее, которые компания никак не могла снести 20 лет. Это была государственная собственность. Так вот, мы смогли включить в план приватизации, провести аукцион, ну и так далее, подготовить на сегодняшний день фактически площадку. И компания сегодня является плательщиком, основным плательщиком налогов в тульский бюджет, то есть обогнав компанию «Балтика». Поэтому, Юрий Михайлович, согласен. И что касается, действительно, хороший показатель, сказал Лапаев о том, что у нас более 6 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса получили разные формы поддержки. Я согласен, что действительно нам нужно от качества переходить, от количества в качество нужно переходить. Но если вы помните 2013 год, вот Лапаева хотя и говорит о том, что с рынка ушли так называемые спящие компании, которые были созданы, ну, для каких-то целей. Частично да. Но все равно это затронуло и многие предприятия, особенно которые работали в небольших населенных пунктах. Это сельские предприниматели, это все сферы бытовых услуг, когда на селе сумма налога превышала, по сути, ну, вмененного по сути налога превышала реальные доходы тех людей, которые готовы были работать. Поэтому действительно там стояла задача в том числе поддержать бизнес, чтобы тенденцию переломить. Тенденцию переломили, а дальше будем действительно смотреть, чтобы количество в качество переходило. Михаил Григорьевич Глухов, региональное отделение «Опоры России», пожалуйста. Добрый день, Владимир Сергеевич, добрый день, уважаемые коллеги. Владимир Сергеевич, благодарю вас за участие в форуме «Опоры», за конструктив, который там был высказан. Я хотел бы отметить, ну, те вопросы, которые, ну, и на форуме звучали, да, но они относятся как раз к региональной специфике. В первую очередь, это, конечно же, вопрос кадастровой стоимости. Все равно это больная тема для бизнеса. И хотя у нас есть некоторые налоговые льготы, но мы все равно выступаем за расширение и размера вычета, который есть, да, вот в Москве он 1000 квадратных метров, и за расширение списка тех льготников, которые участвуют в этом вычете. И я бы еще хотел отметить то, что с 2016 года у нас налог на имущество будут платить физические лица. Но, к сожалению, многие, то есть большинство всех индивидуальных предпринимателей, когда покупают имущество, они покупают его как физическое лицо. И, соответственно, они будут платить налог в полном размере. И здесь я бы обратил внимание, что и проработать вопрос, чтобы именно для предпринимателей, особенно тех, которые имеют кредиторскую задолженность и которые построили это имущество и вложились, и взяли кредиты, может быть, какой-то переходный период был введен, как, допустим, в Москве по оплате, и, ну, чтобы им нагрузка была снижена. Еще один вопрос, который уже прозвучал в докладах. Конечно же, желательно появиться, я так понял, это бизнес МФЦ
будут. Но вот единое окно, вот мы с коллегой уже обсуждали, в некоторых регионах это сделано. А бизнесу, особенно начинающему, трудно понять все коридоры власти и понять, как все согласовывать. Конечно, это должно быть единое окно, куда человек приходит, подает запросы, ему все рассказывают и все открывают. И как предложение для бизнес-сообщества и правительства Тульской области, вот по инициативе предпринимателей, мы в этом году стали создавать Тульскую торговую биржу, где должны будут представлены быть все производители, и это будет электронная площадка, чтобы можно было туда заглянуть и увидеть все, что производится в Тульской области. И на этой электронной площадке будут встречаться, мы надеемся, и производители, и заказчики услуг, именно как предприниматели. Я говорю не про госзакупки. Ну вот здесь как раз приглашаю к сотрудничеству правительства Тульской области в лице всех заинтересованных структур. Всего спасибо. Да. Спасибо, Михаил Григорьевич, за вопросы. Действительно, давайте по порядку. Что касается кадастровой стоимости, когда принималось решение, скажем, об исчислении налога на имущество по кадастровой стоимости, то, ну, наверное, не открою, наверное, здесь секрета, кадастровая оценка проводилась, ну, достаточно быстро, я бы сказал, на скорую руку, поэтому иногда получалось, что два объекта рядом стоящих, один оценен в 500 тысяч рублей, а рядом стоящий там в 5 миллионов. Ну и, соответственно, и оценка разная была. Причем, соответственно, старые данные БТИ уже не брали, откуда бралась эта кадастровая, откуда бралась эта оценка кадастровая, и, ну, как логику, ее очень сложно было оценить. Ну вот я, в частности, тоже у меня там один из объектов моего имущества, два объекта одинаковых, да, то есть одна кладовка, за нее я должен платить там 100 рублей налог, а за вторую мне 18 тысяч, например, выставили. Да. Ну то есть это бывает, так бывает на самом деле в жизни у всех. Значит, что мы сделали? Во-первых, кадастровую оценку мы в этом году проведем по заказу правительства Тульской области, и мы, соответственно, постараемся учесть вот все шероховатости, которые были. Значит, мы деньги в бюджете уже предусмотрели, тоже немалые деньги, там почти 50 миллионов рублей, так, да? Около 50, да, миллионов рублей. Соответственно, аукцион у нас уже в плане заявок он стоит, и мы должны эту работу провести. Значит, конечно, мы будем обязательно контактировать с вами при проведении кадастровой оценки. И здесь вот хотел попросить, чтобы наши бизнес-объединения тоже принимали в этом активное участие. Где-то, если возникают вопросы, лучше сразу на этапе, так сказать, обсуждения выслушивать там логику предпринимателей. И все равно, конечно, мы должны с вами выйти на понятную для всех кадастровую оценку для того, чтобы у кого-то не было преференций в том числе. Потому что некоторые же тоже начинают хитрить, да, там заказывают свою оценку. Ну, сами знаете, оценки по-разному тоже проводятся. И тогда тоже получается, нормальный добросовестный предприниматель платит одну сумму налога, а другой, ну, скажем так, хитрый предприниматель, он платит чуть-чуть меньшую сумму или намного меньшую сумму. Это уже неправильное конкурентное преимущество. Поэтому мы эту работу постараемся сделать максимально открытой, чтобы вы все могли принять в ней участие. Это первое. Что касается вычета. Вот посмотрите, действительно, самый крупный вычет на сегодняшний день в Москве – это 300 квадратных метров, 300 или 500? Нет, 1000 у них нету, нет. Нет, нет, 500 у них, 500 метров. Но у нас мы готовы сделать и 500, но мы все-таки хотим это привязать к рабочим местам. Вот посмотрите, у нас был вычет 100 метров квадратных и 5 рабочих мест. То есть это касалось, ну, микро, ну, совсем маленького бизнеса, частные магазинчики, ателье там и так далее. Мы сделали 200 метров и 10 рабочих мест. Если посмотреть, опять же, по всем нормативам, даже если это офисное место, то обычно на одного человека от 8 там, до 15 квадратных метров. То есть, в принципе, и здесь есть запас. Ведь очень важно, мы можем пойти с вами до 500, но все-таки привязывать к тому, чтобы на этих площадях создавались рабочие места, а не просто собственник получал льготу и больше, так сказать, большую льготу при сдаче этого помещения в аренду, например. Поэтому здесь, да, давайте посмотрим, вопросов нет. Я думаю, что депутаты Тульской областной думы нас поддержат. Здесь я не думаю, что будут возникать какие-то вопросы. Что касается, вот, скажем, предложений, да, которые
готовы вот, объединения по участию в товарной бирже, да, в нашей региональной товарной бирже. Мы крайне в этом заинтересованы. Чем больше мы будем оставлять денег государственного заказа, муниципального заказа на компаниям, которые зарегистрированы и реально ведут деятельность в регионе, тем больше у нас будет, соответственно, и финансовый результат. Вот посмотрите, при плане 40% мы ставили для себя высокую планку, 40% государственных закупок должны были быть предоставлены для предприятий малого и среднего бизнеса. Мы немножко даже превысили эту планку, 43% получилось по итогам прошлого года. Но это всего лишь 5 миллиардов 700 миллионов. Всего 5700 из 15 миллиардов тех закупок, которые у нас есть. В принципе, ограничений нету. Предприятия же могут участвовать и дальше, и больше. Это же вопрос как бы доверия прежде всего. А если вообще в целом посмотреть на Российскую Федерацию, то у нас ВВП страны около там, 74 триллионов рублей, то в принципе вот ту задачу, которую мы ставили перед, обсуждая этот вопрос на Госсовете, задачу достичь, чтобы на государственных закупках принимали участие малый и средний бизнес в объеме не менее 25 триллионов. Сейчас сумма, конечно, гораздо меньше. Поэтому мы готовы участвовать, скажем так сказать, и в ваших вот, ну, таких вот неформальных объединениях, но в большей степени мы в данном случае регулируемся федеральным законодательством, поэтому приглашаем вас как можно больше принимать участие в госзакупках. Но я не могу не сказать, что у нас еще новый появился, соответственно, инструментарий, фонд капитального ремонта многоквартирных домов, и там тоже объем закупок 1 200 000 000 рублей ежегодно. Это тоже как раз поле деятельности для малых и средних предприятий, которые работают сегодня в сфере ЖКХ. Поэтому достаточно большие объемы, в которых малый бизнес может принимать участие. Спасибо. Региональное отделение деловой России. Пожалуйста, Алиса Евгеньевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, Владимир Сергеевич. Ну, что бы хотела сказать. На самом деле очень приятно, что 2016 год в нашем регионе объявлен годом предпринимателя, потому что рост оценки деятельности предпринимательства, точно так же, как и его история, на экономику как страны, так и региона возрастает повсеместно и, скажем так, поступательно. Очень приятно, что в оценке деятельности муниципальных образований будет учитываться такое обстоятельство, как содействие развитию малому и среднему бизнесу. У меня вопрос предложения. Дело в том, что проверки, которые проводят различные контролирующие органы, в частности органы муниципальных образований, не все попадают под действие 294 федерального закона о защите деятельности юридических лиц. Есть так называемые контрольные мероприятия, которые позволяют проводить проверки внепланово, без согласования с прокуратурой, вот, и при этом налагаемые штрафы в соответствии с 388 законом Тульской области об административно-правовых нарушениях достаточно велики и не предусматривают такой меры ответственности, как предупреждение. Поскольку 2016 год, год предпринимателя, он сложный в экономическом плане, скажем так, общегосударственного масштаба, предлагаю, как предложение, в критерии оценки муниципальных образований внести, ну, такую строку, как уменьшение количества штрафов по проводимым мероприятиям по контролю. И предлагаю также на уровне области эту политику развития продолжить в части проведения, ну, объявления моратория или каникул на проведение проверок малого и среднего бизнеса. Спасибо. Полностью поддерживаю ваше предложение, на самом деле. Все, что касается нашего регионального законодательства с точки зрения предупреждения, мы обязательно посмотрим. Могу сказать, что в связи с тем, что вот у нас еще до сих пор не заключено соглашение с Министерством внутренних дел по
проведению как раз по исполнению регионального административного законодательства наши жители и предприниматели освобождены от большого количества на самом деле проверок, которые проводились бы сотрудниками органов внутренних дел. Правильно, Сергей Александрович? Это так. Это, кстати, не только у нас в регионе, это там в целом по стране. Но я думаю, что в ближайшее время соглашение будет подписано, и там, конечно, реализация начнется. Что касается предупреждений, согласен, давайте посмотрим по нашему региональному законодательству. Можем выступить в том числе и, скажем, с законодательной инициативой внесения подобных мер предупреждения и в федеральном законодательстве. Но, вот, Алиса Сергеевна, посмотрите, вот у нас снегопад был сейчас такой яркий, такой крупный, такой мы получили там в течение 10 дней двухмесячную норму осадков. Но не все управляющие компании, к сожалению, выполняют свои обязательства. Вот заходим во дворы, а дворы не убраны, хотя в соответствии с договорами, с законодательством, управляющие компании должны действовать и убирать. Ну, почему-то не убирают. Ну, как? Государственная жилищная инспекция как должна действовать в этом смысле? На все жалобы, которые со стороны людей приходят, она должна реагировать. И если это предусмотрено привлечение к административной ответственности, соответственно, она составляет соответствующий протокол и направляет его в суд, потому что сегодня она не привлекает к ответственности. Но это же и вопрос в том числе внутренних обязательств предприятий. То есть, если мы с вами должны, условно говоря, как собственники, содержать в надлежащем состоянии свою территорию, сосульки убирать, чтобы, не дай бог, кого-нибудь не убило, да, то есть территорию прочистить, если вы за это получаете деньги, ну, значит, нужно это соблюдать. Поэтому это всегда игра, мне кажется, так сказать, движение такое двустороннее, навстречу друг другу. Вот. А что касается... Вообще, скажем, такого показателя ни у муниципальных органов власти, ни у государственных органов власти, как получение, скажем, дополнительного дохода или, скажем, получение дохода в виде наложенных штрафов, такого нет. Основной показатель, который стоит перед всеми органами власти, это удовлетворенность заявителем решением его вопроса. Вот если заявитель удовлетворен, значит, нас это устраивает более всего. И вот Михаил Григорьевич поднимал вопрос о, там, скажем, создании единого окна. Инвеступолномоченные есть в каждом муниципальном образовании. Но они тоже не всегда знают все. Поэтому, конечно, здесь симбиоз и специализированного окна в многофункциональных центрах, которые бы работали именно с бизнесом, и, скажем, самих предпринимателей, и представителей муниципальной и региональной власти. Ну, просто по-другому не получится. То есть это такая совместная работа, которой нам нужно будет заниматься, и я думаю, что результат мы однозначно получим. Но его результат можем получить только в том случае, если у нас совпадают цели. А если, как в том фильме, помните, это мне, это опять мне, и это снова мне, ну так не получится. Просто если есть договор, он может быть на бумаге, он может быть публичный, договор должен соблюдаться. И в Туле всегда, Тула всегда славилась купеческим словом, да? Вот очень важно, чтобы купеческое слово, оно оставалось и сейчас в силе. Уважаемые коллеги, Российский союз промышленников и предпринимателей, Тульское региональное отделение, Сергей Иванович Казаков. Владимир Сергеевич, вы уже затронули тему новой редакции 275-го федерального закона о гособоронзаказе. Я просто обязан сейчас вам доложить, что первые итоги работы по этому закону вызывают очень серьезные вопросы у наших оборонных предприятий. С учетом значимости оборонных предприятий для Тульской области, нашего региона, докладываю вам, что сегодня вообще-то в ряде предприятий стоит под вопросом своевременное и в полном объеме выполнение гособоронзаказа. Причины. Но, к сожалению, сбылись самые наши худшие предчувствия, когда закон принимался или готовился без участия промышленников. Просто конкретно. Сегодня получается так, что за готовую продукцию заказчик расплачивается, по сути, не с предприятием, а с банком. В банке лежат деньги. Мы их взять не можем. Но это отдельная тема для разговора. Вот. И получается так, что имея деньги на спецсчетах,
Использовать их в текущих нуждах нельзя. Первое. Второе. В самом законе есть целый ряд положений, которые, ну, наверное, здорово проморгали те, кто решали эти вопросы, при всем к ним уважении. Например, наше предприятие поставляет вооружение как комплектацию на объекты, бронетехнику, корабли и так далее. Так вот, аванс мы получаем, наши трудовые коллективы оборонного комплекса, выполняют заказ. А расчет, теперь говорят, вы получите тогда, когда объект будет сдан. Корабль 4-5 лет строится. И поэтому получается так, что сегодня вопросов очень много. Мы вам эту записочку подготовим, передадим, мы очень просили бы помочь нам в решении этого вопроса. Да, Сергей. Если можно, я закончу. Да, пожалуйста. Вот, и в этой ситуации получается таким образом, что мы провели все переговоры у себя. Мы несколько раз собирались, мы обратились в военно-промышленную комиссию, мы обратились во все инстанции наверху, но понятно, что при существующей нормативной базе мы сегодня с этими задачами не справимся. Сергей Иванович, вы знаете, что в течение декабря месяца мы совместно с представителями Союза промышленников предпринимателей и Союза работодателей под инициативой, кстати, вашей, спасибо за это, мы подготовили уже соответствующие предложения. И они вот буквально неделю назад ушли и на военно-промышленной комиссии, и в правительство. Мы сейчас период небольшой, естественно, контроля, и мы включаемся на второй заход, в том числе и в составе экспертных советов, как и через федеральную службу, так и через военно-промышленную комиссию. И я надеюсь, что мы все-таки совместными усилиями, тем более, что наши усилия накладываются на подобные усилия с других регионов, и прежде всего с оружейных, такие как Уральский, там сказать, Владимирский куст, авиационный куст, там, Поволжский, они все накладывают. Я думаю, что вопрос будет решен, потому что, естественно, мы, как руководители здесь, и заинтересованы прежде всего и в вашей регулярной, скажем так, и активной деятельности как предприятие, а мы, естественно, получение налогооблагаемой базы повышения и спокойствие сохранения рабочих мест. Я думаю, такая работа будет продолжена совместно. Спасибо. Мы это все понимаем, ценим, но дело в том, что, прошу просто, почему к Владимиру Сергеевичу обращаюсь, тут надо включать тяжелую артиллерию. Мы отслеживаем эти процессы. Было совещание в министерстве, было совещание у Бочкарева в военно-промышленной комиссии. Приезжали к нам из Среднерусского банка сюда специалисты на уровне замдиректора. Проблема есть, и не все их можно решить на территории. Да, но не все тоже, я думаю, в такой аудитории можно обсудить, Сергей Иванович, и решить. Но понятно, что при проведении простых закупок, да, то есть когда осуществляется закупка, так сказать, готова в рамках гособоронзаказа, ну, скажем, там, приобретение обмундирования, либо продуктов питания, то там проблем, в принципе, таковых не возникает. А все, что касается сложных объектов, как, скажем, военно-морская техника, корабли, самолеты и так далее, то многие комплектующие поставляются, вы совершенно правильно говорите, раньше, а техника сдается спустя год, два, иногда и пять лет. А действительно, по условиям сегодняшнего законодательства, оплата за все производится после ввода в эксплуатацию конечного продукта. С одной стороны, это правильно заказчик, да, заказчику уже не нужны пушки отдельно, да, так сказать, а башни отдельно. То есть заказчику нужен конечный продукт. Вот. Но уверен, что давайте мы соберемся. Вот, может быть, здесь вот Евгений Анатольевич Дронов, мне кажется, нужно собраться, так сказать, нам, не откладывая в долгий ящик, и просто подумать о всех вопросах, которые нужно сфокусировать и действительно, наверное, бить в колокола. Потому что какой-то период, когда предприятия наши еще, используя свои внутренние накопления, могут выстоять, а потом уже, да, действительно начинает ставиться в том числе под вопрос и исполнение в целом гособоронзаказа уже текущего. Это понятно. Спасибо. Ну что, можно, Сергеевич, еще да. Один вопрос, который касается, наверное, многих из здесь присутствующих, вообще бизнес-сообщества. Очень беспокоит сегодня руководителей неустойчивость нашей финансовой системы. Банк за банком лишаются лицензии. Здесь у меня я бы разделил на две части. Первое, но кто-то, наверное, должен за это отвечать. Центральный банк каждый день собирает информацию из банков. Во всех банках находятся представители Центрального банка. Раз в месяц отчетность выносится на общее обсуждение, так сказать, на сайтах. Вот предприятие имеет счета. Да, нам могут возразить, прогорел банк, но выбирайте банк нормальный. А как его выбрать? Мы же ограничены в информации. Мы можем получить только ту информацию, по сути дела, через Центральный банк.
И получается, что совершенно неожиданно крупнейшие наши банки начали сыпаться. Но не в один же день там такие нарушения происходят. Поэтому, наверное, это очень серьезно. Теперь получается, что засыпался банк, значит, создается совет кредиторов. Но у нас не такие большие предприятия, чтобы конкурировать сегодня с госкорпорациями и с большими деньгами. Поэтому в совете кредиторов мы никто и, наверное, вряд ли получит эти деньги. Таким образом, еще вот вторая сторона этой же медали. То, что сегодня агентство страхования вкладов, по сути дела, страхует и возвращает деньги собственникам, которые опосредованно участвуют в экономических процессах. В то же время деньги предприятий, которые участвуют в обороте, создают, так сказать, добавленную стоимость и платят налоги, они потеряются. Может быть, можно рассмотреть такой вопрос, чтобы по типу агентства страхования вкладов все-таки на территории создать какую-то вот структуру, которая могла бы страховать вклады даже хотя бы небольших сначала предприятий. Сергей Иванович, вы же помните, за счет чего структуры создавались, а АСВ за счет чего существует? За счет отчислений из банков от суммы депозитов, которые находятся в них. Да? То есть все равно это платят в итоге люди. Да? То есть что вы сейчас предлагаете? Давайте, чтобы все скинулись, мы будем страховать. Страховать что будем? Риск неприятно. Я точно так же, как и вы, оказался в этом прекрасном банке с личными депозитами. Это очень неприятно, но, к сожалению, я имею в виду ваше предприятие. Да? Вот, это очень неприятно, но здесь на кого перекладывать? Есть вот сегодня федеральный законодатель четко говорит, там 1 400 000 страхуется денежных вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Но почему страхуются деньги индивидуальных предпринимателей? Потому что предполагается, что у них действительно, как вы правильно говорите, нет того кругозора и нет понимания, какой банк хороший. Ну, мы же как русские люди к чему привыкли? Если лицензия, выданная центральным банком, есть, значит, можно доверять. Если человек в форме, значит, ему можно доверять. Правильно? Ну так, привыкли мы, да? Вот. Поэтому, конечно, это очень неприятно. Поэтому деньги индивидуальных предпринимателей, они страхуются. Но крупные предприятия или там крупные вкладчики должны, конечно, включать голову. Но вот тот случай, про который вы говорите, это ну, просто это мошенничество такое, вы знаете, такое долгосрочное, к сожалению. И думаю, что оценку сотрудникам Центрального банка, которые осуществляли надзор, и проводили в том числе надзорные мероприятия, я думаю, что такая оценка будет дана. В том числе со стороны там, правоохранительных органов. Ну что, давайте, может быть... Да, уважаемые коллеги, у вас есть возможность задать вопросы губернатору Тульской области Владимиру Сергеевичу Груздеву. Пожалуйста, поднимайте руки, к вам подойдут с микрофоном. Пожалуйста, представляйтесь, называйте юридическое лицо и муниципальное образование. Значит, я, знаете, я что хотел сразу сказать. Во-первых, мы получили там, почти 500 вопросов. На все вопросы, которые мы получили, мы дадим на сайте правительства ответы с указанием контактных координатов, с человеком, с которым вам будет необходимо связаться для того, чтобы решить этот вопрос, если это касается вопроса частного характера. Если это вопрос, который касается системных подходов, соответственно, мы тоже дадим ответы, как он будет решаться, в какие сроки и что мы предполагаем делать. А давайте, вот там молодой человек в самом конце, да, руку держит. Давайте. Да-да, молодчик, вам. Ага. Вы только представляйтесь, как вас зовут, чтобы мы знали, как к вам обращаться. Хорошо. Ну, в первую очередь, я хотел бы поприветствовать всех собравшихся, поблагодарить за то, что все нашли на это время. Владимир Сергеевич, у меня скорее не вопрос, наверное. Давайте поступим следующим образом. Я сейчас начну разговор о коммуникациях, о их развитии. Как только вы поймете, о чем я, вы меня остановите. Речь пойдет о инновационных инструментах управления, о неком симбиозе известных ныне в современности коммуникаций, таких как правительство, образование, предпринимательство. Основная цель этих коммуникаций заключается в всеобщем благе, в развитии. Развитие социума. Тяжело подбирать слова, вы это понимаете, для такой аудитории. Я бы хотел этот вопрос перенести на несколько иной уровень, на более личную беседу, где мне будет несколько проще подбирать слова, наверное. Понятно, хорошо.
Хорошо, а вот у нас перед встречей, перед началом встречи работали наши коллеги, министры, заместители председателя. Там, то есть вы не нашли там никого, с кем бы можно было поговорить, да? Хорошо. Это не в их компетенции. Я понял. Все понятно. Я могу сказать то, что работе госуправления, работе кадровой политики там различных уровней, я с ними в принципе знаком. И именно поэтому вот это единственный вариант, кратчайший вариант нахождения пути к личной беседе с вами. Понятно, спасибо. Давайте вот здесь вот женщины, девушки, дайте, пожалуйста, вот женщине с плакатом. Вот да, дайте, пожалуйста, микрофон. Ага. У меня все-таки просьба, представляйтесь, хорошо? Спасибо большое, что дали возможность мне сказать. Макарова Антонина Николаевна, руководитель общественной организации помощи детям-сиротам в обучении, бесплатный репетитор для детей-сирот. Я учитель с 30-летним педагогическим стажем. 8 лет была предпринимателем, оказывала платные образовательные услуги детям. Ни для кого не секрет, что за помощью репетитора обращаются многие школьники. Ко мне, как к репетитору, пришла девочка-сиротка. Я ей предложила бесплатно заниматься. Так родилась идея помогать безвозмездно детям-сиротам в обучении. В прошлом году мы обучали 15 таких детей. 5 учеников поступили в колледжи, успешно закончив школу. И один ученик, мальчик, поступил в наш университет. Другие учащиеся 4-8 классов заметно улучшили свои показатели успеваемости в школе. Таких детей называют трудными, а трудными они стали из-за равнодушия окружающих людей. Многие уже стоят на учете в детской комнате милиции, совершили какие-то преступления. Государство финансово помогает этим детям. Многие предприниматели тоже оказывают детским домам помощь. А вот помощи этим детям в обучении вопрос остается нерешенным. Многие дети приходят к нам с 8-9, в 8-9 классе, даже не знают таблицу умножения. Проблема стоит очень остро. Просто люди и общественность не знают об этой проблеме. Поэтому я уже 2 года стучусь с этим вопросом, потому что в других регионах уже такая социальная служба по оказанию образовательных услуг бесплатных детям-сиротам уже существует. Я с ними контактирую, и они удивлены, почему в таком, как бы сказать, регионе нет такой социальной службы. О каком образовании может идти речь для этих детей, если эти дети не смогут продолжить образование в колледжах, вузах? Многие становятся на путь преступлений, наркомании, проституции. У нас детей в регионе, это только детей-сирот, это около 4000, даже больше. Но у нас не только обращаются дети-сироты, у нас обращаются дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети, которые стоят на учете в милиции. Да много всех детей, они в основном дети больные, и поэтому еще в каких условиях они жили, в детских домах, в неблагополучных семьях, у многих есть родители, но они их бросили. 90% из этих детей нуждаются в помощи, дополнительной помощи в обучении. Антон Николаевич, формулируйте, пожалуйста, вопрос. Все-таки нам нужна помощь. Да, в чем что вам нужна помощь? А нас никто не знает, и дети не знают, и не знают организации, что мы есть. У нас такую сумму запросили создание и сопровождение сайта. Первое. Приобрести констовары и учебно-методическую литературу. Пока это все делаем мы в ущерб себе, потому что я не могу таких детей бросить. Пыталась несколько раз, но прихожу к ним, вижу их глазенки, что кроме нас никто им не поможет. А скажите, пожалуйста, вот вы, опять же, до встречи у нас был стенд Министерства образования, вы с министром не пообщались, не удалось пообщаться с ней? Нам не надо с ними общаться. Почему? Они уже этих детей не научили. Мы сами по себе. Потому что мы для Министерства образования, я уже была там. Я уже, знаете, 2 года хожу по всем инстанциям. И они говорят, а вы не наши. Как не наши, когда я всю жизнь учитель. Я не меняла свой профиль работы. То есть вы с ним не пообщались? И не буду общаться. Потому что они должны, я очень немножко настроена, я вижу проблемы, с какими проблемами ко мне приходят дети, что они рассказывают, я не хочу с ними общаться. Я буду просто решать проблему, ни на кого это не перекладывая. Поэтому, если так обидно, что во всех регионах вот это вот все есть, я с Москвой, с Большой Переменной, общаюсь с Белгородом, в Твери есть, во всех есть, у нас почему нет?
Я знаю, как это организовать, работу. Нам нужны средства. Мне деньги не нужны. Я всю жизнь детям этим помогаю. А у нас элементарно, даже сайта нет. Я тут много чего написала. В общем, самое главное, у нас в Одноклассниках, так как сайта нет, у нас в Одноклассниках есть группа «Бесплатный репетитор для детей-сирот». Я ее сама создала. И поэтому, я думаю, после этой встречи, все же здесь предприниматели, как и я. Я не только в образовании. Я зимой работаю умственно, детям помогаю, летом... У меня 8 гектаров земли. Я еще на будущее пришла сюда. Буду реализовывать наши проекты. Вот. Поэтому, пожалуйста, свяжитесь через эту группу «Бесплатный репетитор для детей-сирот». Запишите эту группу. Со мной свяжемся и будем вместе помогать этим детишкам, которых бросили, и они никому не нужны. Учителя, вот вы... Минутка, я еще одну секунду. Вот, есть факультативы, есть кружки. Я смотрю, после моего того выступления, смотрю, зашевелились. Факультативы, кружки. Но эти факультативы, кружки не решают проблему. Потому что эти факультативы, кружки, я учитель, я все это знаю, систему. Они работают по программе. И от этой программы отступать нельзя. Ребенок приходит каждый со своей проблемой. Нельзя под каждым написать. Наталья Павловна, все понятно. Вопрос понятен. Тогда вот где Лапаева-то? Я Лапаева не вижу, да. У нас есть в том числе гранты для социально ориентированных предпринимателей, которые выполняют функции не... скажем, реализую свои проекты в социальной сфере. Тогда мы после встречи с вами переговорим, хорошо? Знаете, я неправильно уже оформила бумажки. Я их не знаю, как оформлять. Я умею учить. Поможем. Я умею детей подготовить в институт. В образовании я все умею, а бумажки поможем. Я не умею. Поможем оформить. Спасибо бумажки. Вам большое. Да, спасибо. Пока не за что. Да. Да, давайте вот здесь вот вопросы. Молодому человеку, да. У меня просьба, коллеги, потому что людей много, давайте постарайтесь в течение минуты формулировать вопрос, ладно? Хорошо. Пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Меня зовут Сапов Алексей. Я молодой предприниматель, занимаюсь производством экологических продуктов, продуктов пчеловодства. Вот, у меня такой вопрос к вам. Смотрите, от правительства поддержка по развитию пчеловодства как отдельной отрасли сельского хозяйства. Вот такой вопрос. И еще сразу, пользуясь случаем, Владимир Сергеевич, хочу поблагодарить вас за Тулу, за Тульскую область, за то, как она преобразилась с вашей помощью, и сделать вам небольшой подарок собственного производства. Как бы. Спасибо, вот. Мы будем чай пить, да, спасибо. Спасибо. Алексей, что касается формы поддержки, значит, вот у нас с учетом того, что бюджет у нас дефицитный, ну, поставите там, да, поставьте там туда. А? Вот сюда, да, Юрий Михайлович, кладите. На нем все испытаем как раз, да? Вот, значит, у нас подход такой, с учетом того, что ограничены там бюджетные средства, то договорились с нашим Министерством сельского хозяйства, что в первоочередном порядке мы участвуем во всех программах Федерального Министерства сельского хозяйства для того, чтобы, так сказать, максимально получить софинансирование от Федерации. Значит, я, Миляев тоже здесь, где Миляев, да, я не знаю, пчеловодство там предусмотрено в этом году, нет, не предусмотрено, поэтому если у нас... останутся деньги, то мы готовы эту программу рассмотреть. Но я вообще, в принципе, предлагаю посмотреть саму программу, разработать ее для того, чтобы в случае, если будут деньги, мы могли бы, так сказать, эти деньги выделить на реализацию, в том числе, этой программы. Пожалуйста, вот там молодой человек стоит в конце. Спасибо. Да. У меня просьба, только по имени и отчеству представляйтесь, если не сложно. Угу, имя, спасибо. Отчество. Черепков Дмитрий Анатольевич. Мы сейчас развиваем в Ясногорском районе экопарк Яснополе. Значит, основная деятельность – это органическое земледелие, ферма, агротуризм и создание, в общем-то, среды, которая будет концентрировать вокруг этого места, значит, людей, заинтересованных в экообитании, образовании, семьи и так далее, архитектуру. Вот. Вопрос связан с... Во-первых, благодарность большая за вашу структуру, потому что я уже пообщался с многими министрами, и вот с министром культуры, и вот с сельским хозяйством мы уже встречались. И, в общем-то, везде поддержка идет, направление, и я даже удивлен, сам в шоке, потому что я предприниматель московский, но сюда пришел в открытии большом в этом смысле.
Есть такая проблематика, которая вот для нашего конкретно бизнеса, связанного с агротуризмом, она не очень простроена сейчас законодательно. Например, мы не можем строить гостевые дома на землях собственно, сельхозпроизводства, которые мы используем как сельхозпроизводство, но строить там не можем. Вот. И все вроде все это понимают, и все за, и мы ищем варианты, конечно, вот для нашего конкретного случая там у нас есть возможность сделать присоединение к деревне, да, но мы, во-первых, я как предприниматель не привык год ждать, потому что это же год ждать минимум, да, пока этот процесс пойдет, потом 95 дней там еще разрешение строительства, и мы уходим в годы, и, ну, в общем, как-то эта внутренняя мотивация немножко ослабевает. Поэтому я, конечно, понимаю, что это уровень федеральный, и в этом смысле у меня вопрос, возможно ли организовать, я не знаю, какие-то системы бизнес-инкубатора или чего-то еще, которые позволят как бы дорогу сделать более быструю, например, да? Я не знаю, как действуют другие люди, которые там не имеют возможности к деревне присоединиться, например, да? Но, возможно, и для них тоже какая-то нужна поддержка. Я сформулировал... Понятно. Вопрос понятен. На самом деле, честно говоря, там у нас нет вопросов ежемесячно. Градсовет, вот сегодня у нас было заседание градостроительного совета, то есть если необходимо сделать перевод, но мы готовы рассматривать, проблем нет. То есть часть вашей земли, которая у вас находится там, в собственности, вывести там, в земли либо поселения, либо, соответственно, промышленности, в том случае, если это необходимо. То есть, в принципе, как таковой проблемы нет. Почему вас год на год сориентировали? Ну, не знаю, надо просто в конкретном случае посмотреть, почему вам год сказали. То есть там часть полномочий у муниципальных органов власти, часть по переводу у нас. Ну, то есть, в принципе, как таковой проблемы нету. И, в принципе, у нас никто не жаловался на то, что долго застаивается, скажем, там, перевод земли из одной категории в другую. Так как таковой проблемы, я ее не знаю. А если нужно, условно говоря, там, помочь в целом, там, сказать, в формировании, но здесь это, конечно, глава администрации. И именно по этой причине вот год назад мы договорились, что в каждом муниципалитете есть зам, который отвечает за формирование инвестиционного климата, за как раз вот, ну, сопровождение каждого предпринимателя. Чтобы он знал, куда идти, и чтобы, так сказать, вот эта дорожка, она была как можно меньше. Ну, короче, имеется в виду. Ну, а что так? Спасибо, да. Новая информация. Спасибо. Важна. Да, договорились. Да, давайте, пожалуйста, женщина вопрос задаст нас. Пожалуйста. Мы встали одновременно. Я тогда, наверное, уступлю, да? Хорошо. По очереди, да. Давайте. Здравствуйте. Петрова Ольга Владимировна, Тульская кондитерская фабрика «Медовые традиции». Мы занимаемся производством тульских пряников. У нас не вопрос, у нас предложение. Владимир Сергеевич, во всех городах есть праздники, посвященные брендам своего города. Давайте мы заведем такую добрую традицию, назначим дату проведение Дня тульского пряника в городе Туле. Мы вас просим. Я думаю, меня поддержат коллеги. Я знаю, присутствуют с фабрики «Ясная поляна». Поддержат жители нашего города. Мы также просим помочь в организации этого праздника. Со своей стороны мы готовы представить продукцию для проведения дегустаций, поучаствовать также в организации чаепития. Спасибо, Ольга. Нет, на самом деле очень правильное, так сказать, предложение. Вот ко мне тут обратилась такая инициативная группа, называется «Маленькая Тула». Вот люди, что, о чем тулики говорят, да? Что после 8 вечера город, ну, как бы сказать, движение в городе перестает. Тишина наступает. А в принципе, конечно, очень важно, чтобы там и зимой, и летом, ну, в принципе, во все погоды, всегда у нас было какое-то движение, да, какие-то мероприятия происходили. Прежде всего, конечно, в центральной части города. Да. Ну вот посмотрите, в Москве, посмотрите, как раскрыли Красную площадь. Там еще 5 лет назад, ну, площадь была и площадь, да. А сегодня там и каток, и всевозможные торговые ряды и так далее. Что до такой степени, что даже иногда, ну, вынуждены, что называется, ограничивать проход людей, потому что большое количество москвичей с удовольствием едет проводить там время. Вот примерно это то, что мы хотим, конечно, сделать с завершением вот как раз реконструкции Тульского Кремля, тех помещений, которые там есть. Это не только музеи, которые там будут организованы, но самое важное, конечно, это проведение вот постоянных мероприятий. Это, там, мне кажется, День Тульского Пряника должен быть еженедельный как минимум, да?
Вот. И действительно, это, так сказать, это всегда должен быть праздник. Такая задача перед Министерством культуры стоит. Рыбкина, она у нас человек активный. Да, вот Татьяна Вячеславовна, она здесь. Значит, давайте, если вы готовы, так, может быть, сразу и договоримся, чтобы, так сказать, действительно организовать такую вот инициативную группу. И хорошо то, что жители начинают организовываться, обсуждать свой досуг как раз вот в рамках того, что можно самоорганизоваться и сделать достаточно просто. Там, для этого не нужно много денег. Для этого нужно просто желание и на самом деле, ну, просто желание и нормальные идеи. Поэтому давайте сделаем, я только за. За то, чтобы, так сказать, действительно вот, чтобы... как бы сказали, да, Tula never sleeps, да, то есть чтобы вот центр города, он всегда бурлил, да, вот это было бы здорово. Спасибо. Так, пожалуйста. Спасибо большое. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Меня зовут Ткачев Елена Николаевна. Я руководитель детского Монтессори-центра. У меня вопрос следующего характера. В начале декабря 2015 года вы подписали закон Тульской области о оказании социальной поддержки родителям, чьи дети получают общее среднее образование в форме семейного образования. Я хотела бы спросить, какова сумма выплат для родителей в нашей области и как реально ее получить родителям, куда обращаться? Спасибо большое. Елена Николаевна, у меня вопрос. Да. Вот у вас же частный, правильно, центр? Да. А вот вы хоть раз получали какие-то гранты и так далее? Да, я как раз хотела пользоваться случаем и поблагодарить центр, наш центр поддержки предпринимателей, потому что вот мы работаем с 2000 года, то есть 15 лет в Туле, и за последние 4 года мы просто поняли, что быть предпринимателем — это классно, это здорово, нас увидели, нас приглашают, встречают и, конечно, оказывают финансовую поддержку для нашего социально ориентированного бизнеса. Это очень важно, на а самом деле. А сколько вот поддержка? Ну, вот в прошлом вот, году какая у вас была поддержка? Мы размер? Получили 500 рублей на... 500 тысяч, простите. Ни в коем случае не надо, чтобы такие были суммы. 500 тысяч рублей на как центр уже работающий. То есть у нас работающий центр, и вот как раз эти деньги нам это очень нужны. Таня Николаевна, да, это к вопросу о том, что вот эти встречи, они как раз должны иметь результат. Что когда у вас есть желание, но там вы стучались во много дверей, к сожалению, они были по разным причинам закрыты, чтобы все-таки вы понимали, что система, она все-таки работает, да, понимаете? Реально. И нужно просто там не отмахиваться, не держать обиду на кого-то. Нужно еще раз просто пройти этот путь и получить как раз вот те средства, которые вам нужны будут. И вам, кстати, подскажут, на что нужны эти средства. Потому что мы не на все можем, так сказать, выделять деньги. Например, деньги на зарплату в таких вот центрах мы не можем выделять. Мы выделяем именно проектное финансирование. И вот благодаря этому проектному финансированию эти центры не только сохранились, но они еще и развиваются. Что касается выплат, ну, я думаю, после встречи Левина здесь, Филиппов, министр, так сказать, нашей социальной поддержки здесь, они подойдете к ним, они, хорошо, пожалуйста, ответят, спасибо, на все эти вопросы. Спасибо. Да. Вот, да, молодой человек, вот, да, дайте, пожалуйста, тоже. Щепин Сергей, город Новомосковск, химчистка Велла. А Сергей по отчеству? Анатольевич, химчистка Велла. Хотел уточнить слова Михаила Глухова по кадастровой оценке зданий, помещений. Потому что, вы знаете, вот сказали, у нас 58 тысяч предпринимателей, да, и предприниматель знает и понимает, что без собственной базы развиваться невозможно. Что значит предпринимателю собственную базу создать? Это надо пойти в банк, как минимум, взять кредит, многомиллионный, если это база нормальная, да, и начать строиться. Построиться, запустить свой бизнес. И теперь нам говорят, вот 15-й год, федеральный закон, 284-й, он дал право физическим лицам получить отсрочку. То есть поэтапная оплата за квартиру, за гараж, за землю. В 2015 году мы заплатим 20% за гараж, 40% и до 2020 года. Предпринимателей, тех же физлиц, из этого списка вычеркнули и сказали, вы будете платить за свою недвижимость 100% с сегодняшнего дня. Правильно? Не совсем. Мы тоже коэффициенты вводили постепенно. Там коэффициент у нас был единица, потом полтора, по-моему, да, Лаврухин, и два.
Да, полтора, и потом два. Мы тоже не сразу вводили коэффициент. Согласен. Значит, мы тоже, так сказать, делали, ну, скажем, такой переходный период. И вот могу сказать, что у нас объектов недвижимости, которые должны попасть под переоценку в этом году, 1 360 000 объектов. 1 360 000 объектов. Но и еще одну информацию тоже вам дам. Вот сейчас фонд капитального ремонта многоквартирных домов у нас работает. Вот за год и три месяца работы мы выявили 5200 нежилых помещений, которые принадлежат собственникам, которые не оплачивают деньги на капитальный ремонт своего многоквартирного дома, в котором они находятся. Вот Лопухов тоже здесь, 5200. Понимаете, это тоже, кстати, вот вопрос, Алиса Евгеньевна задавала этот вопрос, да, то есть это вопрос в том, что когда мы с вами начинаем чем-то заниматься, у нас не только права появляются, у нас еще есть и обязанности, которые мы соблюдать должны. И здесь вот, пользуясь вот случаем этой аудитории, я тоже еще раз хотел попросить, вы все и жители, и собственники помещений в многоквартирных домах, и жители этих домов. То есть нужно нести обязательства по оплате. Поэтому мы в этом году оценку проведем. И с 2017 года начнет действовать новая оценка. Когда будем проводить эту оценку, мы с каждым из предпринимателей вступим в контакт для того, чтобы послушать его аргументацию за или против. Сейчас у вас есть возможность, если вы не согласны с той кадастровой оценкой, которая есть, обратиться в суд и, соответственно, установить, ну, через судебное решение, соответственно... Это тяжелая процедура. Тяжелая. Все знают предприниматели об этом очень прекрасно. Это на сегодня практически невозможная процедура. Сергей Анатольевич, мы анализируем эти судебные решения, мы видим, что в основном эти судебные решения касаются крупных объектов. Мелких объектов действительно не рационально. Именно по этой причине мы в этом году заложили почти 50 миллионов рублей для проведения полной, тотальной оценки недвижимости. И с целью в том числе, если было занижение, в том числе, чтобы это занижение убрать. Два слова еще закончить, можно? Так вот, в этом году, вы правильно сказали, был процент, полтора-два, я плачу с этого года первый раз. И сразу я сталкиваюсь с суммой 2%. 2%. Тот же федеральный закон, что для меня 2%, чтобы это были цифры ясные и понятные, это 2 миллиона 400 в год, это 200 тысяч в месяц. Сегодня у меня налоговая нагрузка составляет 1 000 000 рублей. Миллион ежемесячно. 2 миллиона, еще 200 тысяч к этой нагрузке. Для меня это сегодня смерть. И моим работникам, 30 человекам. Понимаете, о чем я говорю, да? Понимаю. У вас же новый объект. Да. Новый. Два года мы его... Так речь о чем? Что федеральным законом, тем же федеральным законом, делегированы права региональным, регионалам, муниципалитетам. Мы можем уже начать, как физлицам, я к чему физлиц, не зря вспомнил, 20%, 40%. Также и для предпринимателей физлиц, мы это в силах и вас, и правительства Тульской области взять. Вы имеете в виду в том случае, если это будет принадлежать индивидуальным. Да, именно физлицу. Физлицу и индивидуальный предприниматель – это разные вещи. Физлицо – это когда имущество Квартира, дача, гараж. Которое используется бизнес. Для его жизни. Да, да. А если вы извлекаете прибыль, то, соответственно, это уже индивидуальный предприниматель. Это немножко другая история. Поэтому давайте мы посмотрим. Но еще раз хочу просто сказать. Вот смотрите, у вас объект новый. Да. Новый. Да. Соответственно, вы когда ставили его себе на баланс, вы его поставили по балансовой стоимости на учет. Если бы по старой системе налогообложения, вы должны были бы платить не 2, а 2,2%. Ну, то есть не 2,400, а плюс еще там 240 тысяч или там 400 тысяч. То есть вы бы платили больше по старой системе. А с учетом того, что введена новая система оценки и оплаты, то мы, еще раз говорю, что у нас вот наш инструментарий, у нас их два. Раз в 5 лет проводить новую кадастровую оценку, и мы в этом году проводим, чтобы с следующего года она начала работать. И второй инструментарий – это предоставлять льготы, о которых мы говорили. Это 100, вычет 100 и 200 метров в зависимости от количество людей, которые задействованы на этом предприятии. Давайте посмотрим, может быть, и больше сделать. Но для нас важно, чтобы было
большее количество рабочих мест. Это первое. И второе – это соблюдение нашего трехстороннего соглашения, чтобы заработная плата на этих предприятиях была не меньше, чем там 12,5 тысяч рублей с 1 февраля. Будет, да? Понимаете? Почему? Потому что именно за счет тех налогов, которые вы платите, мы реализуем те программы, которые есть. Это и благоустройство, и дороги, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому здесь другого инструментария у нас нет. Посмотрим, что мы можем делать с точки зрения коэффициентов для индивидуальных предпринимателей. Вот я на... С точки зрения коэффициентов я скажу, что Тульская область и правительство может на первый платеж сделать 0,5% в первый год, второй год сделать... Сергей Анатольевич, я не готов вот так вот, не знаете, готовы, да? не готов сходу отвечать. Тогда я закончу наш разговор вот так. Я готов платить, я не оспариваю ни кадастру, я готов платить в полной мере, но дайте мне выплатить кредитную нагрузку, понимаете, о чем говорю? Да, это дайте понимаю. Мне выплатить, я готов, и для меня кадастровый платеж будет составлять всего лишь пятую часть от того, что я сейчас плачу банку с госучастием, да? Какую ставку вы платите? 16%. Рублевый кредит, да? Да, рублевый кредит. Угу. Дайте мне выплатить кредит. Дайте мне выплатить. Чтобы у вас была отсрочка? Конечно, конечно. Дайте мне выплатить кредит, и я готов платить кадастровую стоимость. Мы готовы. Объеме. Кстати, такой инструментарий у нас и есть. И в прошлом году мы первый раз использовали инвестиционный налоговый кредит. Вот руководитель налоговой службы здесь, нашего управления по налоговой службе здесь сидит, и он знает, что мы такой кредит, в принципе, давайте можем попробовать. Но здесь надо через ходатайство, через Министерство, соответственно, экономического развития наше, можем попробовать. Но если это налоговый кредит, то нужно будет давать какое-то, видимо, обеспечение. То есть надо подумать, посмотреть. В принципе, такой инструментарий у нас в законодательстве предусмотрен. Мы налоговые кредиты, но мы их можем дать внутри календарного года. То есть в конце года вы должны будете заплатить все, что у вас, ну, то, что вы не платили в течение года. Но то есть кредиты это... у нас длинные, вы же понимаете. Ну, слушайте, но нет, но все равно это, да, все равно да, это да, лучше, да, чем ничего, согласен, правильно? Согласен. Но в этой ситуации, я хочу сказать, находится большинство предпринимателей области, кто развивает свой бизнес и тянет его, понимаете? Понял, да. Спасибо большое. Спасибо. Очень понятно, на самом деле. И по индивидуальным предпринимателям мы посмотрим. А вот сзади, да, предоставьте. Угу, спасибо. Здравствуйте. Бушнев Олег Николаевич, компания «ГАТЭК». Наше предприятие имеет производственные площадки в трех регионах Российской Федерации. И должен сказать, что, сделаю такой комплимент законодателям Тульской области, что в Тульской области наиболее либеральное законодательство, позволяющее наилучшим образом применять налоговые льготы инвесторам в случае создания тех или иных производственных объектов. Но в то же время вот новый закон или новое законодательство, стимулирующее создание производственных объектов, сконцентрировало свое внимание на льготах по объектам недвижимости, которые строятся в результате осуществления инвестиционных проектов, и не учитывает инвестиции в технологии и оборудование. Что, на наш взгляд, не очень логично, поскольку именно технологии создают добавленную стоимость. В связи с этим вот возникает вопрос, по которому мы ранее ставили у уполномоченного по правам предпринимателей. Планируется ли внесение каких-то поправок в законодательство Тульской области, которое бы учитывало именно вот этот фактор, связанный с инвестициями в технологии? И в связи с этим другой вопрос, связанный опять же с приобретением оборудования. Вот методичка или, скажем так, информация, которая была раздана перед мероприятием, говорит о том, что правительство Тульской области планирует содействовать развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства. Наше предприятие в Тульской области относится к предприятиям среднего уровня и построено было в основном за счет приобретения имущества в лизинг. Мы получали налоговую льготу на протяжении нескольких лет, но потом Министерство финансов Тульской области и налоговая служба пересмотрела свое отношение к такой форме приобретения имущества, и с нас взыскали налоги. В связи с этим вопрос, будет ли правительство Тульской области расценивать лизинг как форму, инструмент инвестиционной деятельности, и что будет делать правительство Тульской области для
стабилизации правоприменительной практики по инвестиционному законодательству. Вопрос для нас этот актуален в связи с тем, что на повестке дня компании по-прежнему остается вопрос строительства новой фабрики в городе Новомосковске. Спасибо, спасибо, Олег Николаевич. Ну, давайте я сразу отвечу. Я, к сожалению, наслышан на вашем вопросе. У меня вот Сергей Николаевич докладывал про него. Вы судились с нашей налоговой службой, потому что они, соответственно, проводили проверку и взыскали с вас там сумму порядка там 100 миллионов рублей, да, там? Порядка 80 миллионов рублей. Соответственно, вы проиграли все судебные решения. То есть судебный суд, то есть все судебные инстанции поддержали, соответственно, решение управления налоговой службы по Тульской области. Насколько мне память не изменяет, я не знаю, возможно, Сергей Николаевич, наверное, прокомментирует, они фактически признали, вы продали имущество другой своей структуре и попытались таким образом получить налоговую льготу из бюджета Тульской области. Соответственно, управление налоговой службы по Тульской области посчитало эту сделку притворной. Наверное, так. Да, Сергей Николаевич, прокомментируйте, пожалуйста, дайте микрофон сюда, девушке. Девушки, дайте микрофончик. Просто, вот, Сергей Николаевич, вам дадут микрофон, да. Лизинговые схемы, они широко применяются, но в серых, получерных и в черных схемах. Я согласен, что в принципе есть магистральное направление, а есть те направления, где трактуются как продажа самим себе с последующим выкупом. То есть это самое, вот вы сказали, что давайте искать это цивилизованные пути. Ради бога, вот тут уже было упомянуто, что мы в Тульской области прошли вот этот первый путь, это инвестиционный налоговый кредит. Ну есть же, давайте решать. Я сколько знаю, и Министерство финансов тут нас поддержит, и правительство. Нам главное, чтобы производитель, чтобы кто-то что-то делал, понимаете? Услуги, товары, ради бога. Вот я целиком за то, чтобы и деньги, чтобы остались в Туле. Вот меня жаба мучает сюда, когда вот наши деньги уходят на сторону. Наоборот бы неплохо. Уж не так мы, наверное, хорошо живем, да? И наша база вот только выросла от этого. Готов участвовать на всех уровнях. Кстати, между прочим, уж если я сюда вышел, чтобы не зря На прошлом нашем собрании, да, речь шла о том, что На мой взгляд, это существенные потери несет малый бизнес не из-за больших налогов, а из-за неоптимальных принимаемых решений. Риски. Вот я тут ради интереса собрал со своих, да, те вот риски, те грабли, на которые вы наступаете. 58 страниц. Вот видите, желтенькие закладочки. Желтенькие — это где вот ошибка, это смерть. Готовы? Естественно, это в смысле переносном. Готовы провести на всех уровнях любую учебу по всем направлениям. Только скажите о чем. Регистрация, выбор системы налогообложения, взыскание задолженности, все, что хотите. Ради бога. Я так понимаю, что у вас есть центры, те, которые группируют ваши интересы, готовы взаимодействовать. Мы за то, чтобы наши туляки жили лучше. Олег Николаевич, чтобы завершить этот вопрос, я согласен с вами, что любое законодательство, в том числе законодательство, которое прописывает льготы, предоставление льгот, оно должно быть понятным для всех сторон процесса, как для предпринимателя, так и, соответственно, для тех органов, которые обязаны контролировать соблюдение налогового законодательства. Но когда идет разночтение, там, понимание, то ничего кроме суда больше нет. Есть судебное решение, которое установило правоту, в данном случае, налоговых органов, причем на всех инстанциях. Поэтому, если есть какие-то конкретные, скажем, предложения по изменению законодательства, но совершенно точно мы не можем поддерживать из бюджета Тульской области продажу имущества от одной структуры в другую структуру, которая уже была получена льгота, понимаете?
Да, я еще раз говорю, я не глубоко в теме, так сказать, судебного решения, я просто знаю, что оно есть, это судебное решение, и что такое решение принято, и оно устоялось. Поэтому, если есть какие-то конкретные предложения, давайте мы их посмотрим. Да, именно об этом речь. Мой вопрос не был направлен на пересмотр ранее принятых решений, это было бы... Но это невозможно. Но это невозможно, да. А вот как раз совместная деятельность... по формированию законодательства, которое бы в будущем устраняло вот такого рода коллизии, когда государственные органы подтверждают наличие льготы, потом меняют свою позицию. В итоге вот, ну, суд решил, да, все, решение вступило в законную силу. На будущее, чтобы мы однозначно совершенно понимали, вправе мы использовать те или иные финансовые инструменты или нет. Понятно. Спасибо. Это обязательно сделаем, учтем. Да, пожалуйста, вот мужчина там дальше жил, а потом сюда перейдем. Ага. Пожалуйста. Добрый день, Владимир Сергеевич. Хотел бы задать вопрос в области энергетики. Вот, зовут меня Руслан Владимирович. Вот, я представляю организацию «Монолит Ресурс», расположенную территориально в городе Алексине. Вот, 3 года назад мы приобрели территорию старого разрушенного бетонного завода. Вот, за 3 года нам удалось ее как бы привести в порядок, в надлежащий вид. Обе линии были восстановлены, также третья была линия восстановлена. Вот, восстановлены большие лимиты по газу, полностью коммуникации были все восстановлены по территории. А вот с энергетиками алексинскими не можем найти общий язык никак. То есть как бы понятно, что ранее были выделены какие-то лимиты по электроэнергии, то есть были технические условия. Также заводу более 40 лет, вот, он был технологически присоединен ранее. Вот, энергетики говорят, что мощности у нас нет. Мы просим их восстановить старые технические условия, на что они нам говорят, то, что технических условий у них также нет. Я понял. Руслан Владимирович, а общались с нашим Министерством промышленности? Нет? В самом начале этой истории, год назад, начал общаться, как бы ото всех получил отписки, ознакомился на протяжении с темой, пришел к выводу, то, что совершенно прав и совершенно законно прошу восстановить свою мощность. Вот, есть доказательства, ее наличие, там часть бумаг удалось восстановить. Ну, как будто такая ситуация. Вот Ломовцев, тоже после встречи, вот министр промышленности, просьба подойти к нему. Ломовцев, протокол, пожалуйста, доложите. Сейчас можно подойти или когда? После встречи, сейчас мы закончим встречу. Вот видите, вот он встал, чтобы вы его увидели. Спасибо большое, благодарю. Да, давайте, пожалуйста, давайте девушке, а потом туда. Добрый день, генеральный директор мебельной фабрики «Авант», зовут меня Елена. У меня вопрос такой. Елена, по отчеству. Елена Николаевна. О проведении торгово-выставочных мероприятий в нашем городе. Вот торгово-промышленная палата, она, ну, как бы старается проводить такие выставки, но не все гладко получается в связи с тем, что у нас, во-первых, отсутствует площади для проведения таких мероприятий, и условия, ну, на данный момент, которые существуют в концертном зале, то есть время. Получается, что выходные дни, когда как раз мог бы посещать, большее количество людей могли бы посетить данную выставку, она не может работать, потому что работа, соответственно, может проходить только в рабочие дни, что не очень интересно для участия в таких выставках. Вот будет как-то решаться такой вопрос? Появятся ли у нас площади? Вы имеете торгово-выставочные? Какие-то, да. А объем какой нужен площади? Ну, для проведения таких мероприятий, ну, мы производственная компания. Нас таких много в городе Туле, которые могли бы как бы презентовать свою продукцию именно для туликов. Ну, то есть, не только для туликов. Участие соседних регионов было бы тоже достаточно интересно. Не только праздник тульского пряника, но и праздник тульского шкафа. Ну, понятно, да. Хорошо, подумаем, как это сделать. Вопрос понятен. Ну, вам постоянно действующая нужна выставка, да, по сути? Ну, не обязательно. Не обязательно, да? Понятно, подумаем. Так, пожалуйста, люди хотят задать вопрос, пожалуйста, дайте. Ну, дайте одному, потом второму, передавайте. Да, представляйтесь, пожалуйста. Шиляев Николай Анатольевич, компания «Зайко». Занимаемся реализацией инвестиционного проекта в сфере животноводства в Зорский район. Вопрос следующий, если кратко. В начале нашей встречи вы озвучили, что на 2016 год планируется антикризисные меры, антикризисная программа, в которой будут, ну, описаны все меры поддержки, которые планируются. У меня в связи с этим вопрос. Что планируется изменить в банковском финансировании инвестиционных проектов в сфере животноводства?
Вот на примере своей компании могу сказать, что полтора года мы уже пытаемся получить кредит в нашем замечательном Россельхозбанке, и нам это так до сих пор и не удалось. При условии, что объем инвестиций, которые мы уже вложили, собственных средств, составляет, ну, на сегодняшний день там порядка 1 миллиона евро. Соответственно, вот вопрос, будет ли меняться ситуация в принципе по ставкам, по требованиям к заемщику, повторюсь, именно инвестиционных проектов. Потому что в любой банк, обращение в любой банк, они говорят, что да, если бы у вас был действующий бизнес, все было бы замечательно. Но каким образом тогда развивать сельское хозяйство на основании того, что не пускают компании, которые начинают с нуля свою деятельность? Понятен вопрос. Значит, ну, Николай Анатольевич, есть вещи, которые относятся к нашей компетенции, мы можем на них влиять, и есть, которые, ну, скажем, относятся к компетенции вышестоящих органов власти. Значит, в ближайшее время должен быть опубликован откорректированный антикризисный план правительства Российской Федерации. Соответственно, исходя из этого плана, мы откорректируем в том числе и свой план, потому что у нас тоже план региональный есть, он действует. Но мы, еще раз говорю, что основная наша задача – это по максимуму принимать участие во всех федеральных программах, которые анонсируются федеральным правительством, для того, чтобы получить, софинансирование и, соответственно, получить лучший и больший результат. Что касается банковской ставки, ну, и вообще в целом банковской системы, то, конечно, ну, нареканий к системе очень много. С одной стороны, у нас в системе достаточно большая ликвидность, с другой стороны, небольшое количество нормальных, таких надежных заемщиков, которые могут брать деньги и еще эти деньги не только обслуживать, но еще их и возвращать. Таких заемщиков ну, в последнее время немного, потому что сократилось потребление, реально идет, так сказать, рост себестоимости, особенно у тех производителей, у которых есть импортная составляющая. Поэтому мы со своей стороны определенные меры поддержки предусматриваем. Но чаще всего там, тот же беспроцентный, ну и скажем, процент по льготной ставке 8,5% мы предоставляем. Но размер этого, так сказать, кредита, он там до 1 000 000 рублей, так, да, Татьяна Валентиновна? С апреля будет 3 миллиона рублей. Понимаете, конечно, это не объемы, которые, то есть если вы финансируете строительство там, крупного какого-то, так сказать, сельхозпредприятия, конечно, 3 миллиона рублей вам не поможет. Этот займ, он прежде всего направлен на малый и средний бизнес. Вот. Но по крупным предприятиям у нас есть льготирование ставки и предоставление льгот по подключению коммуникаций, если есть соответствующие нормативы. Это количество создаваемых рабочих мест и объемы инвестиций. Я там на память не скажу, но, по-моему, это 250 человек по количеству рабочих мест и по объему инвестиций. Надо посмотреть. Это мы тоже частично возвращаем деньги из нашего регионального бюджета. То есть такие меры поддержки есть. Вам нужно просто познакомиться, вот, ну, я не знаю, там, с Лаврухиным и Сломовцевым, так сказать, или вот с Миляевым. То есть такие меры поддержки есть. Что касается Россельхозбанка, ну, давайте, может быть, действительно проведем такую секцию, встретимся. Нет у нас, кстати, нового руководителя Россельхозбанка-то? Кто руководитель филиала? Не здесь? Не пригласили? Ну, мы готовы такую встречу провести для того, чтобы вот, ну, всех предпринимателей, заинтересованных в работе с нашими банками, ну, у нас их три основных, да, Россельхоз, Сбер, Внешторбанк, ну, еще Газпромбанк, которые, ну, активно принимают участие в финансировании наших предприятий. Мы такую встречу готовы организовать. Но ответить, почему полтора года они вам не выдают кредит, ну, мне сложно ответить на этот вопрос, я не знаю. Тут проблема-то не в том, что они нам не выдают, да, это вот такая комплексная проблема, системная общая, проблема. Да. Но я думаю, озвучу общее мнение, что в любой сфере предпринимательства финансирование, банковское финансирование, это первая проблема, это первое, да, это номер это один. Да, и если правда. Нет четких, внятных вот правил игры, то, соответственно, ну, смысл выходить на какие-то проекты инвестиционные. Когда мы начинали в 2013 году, вот за два года мы там, дай бог, построились уже, да, осталось только запуститься, было вроде озвучено одни условия.
и они каждый раз меняются. Понимаете, это вот эта игра, как вот садиться играть в карты шулером карточным. Каждый раз у него новые тузы из кармана выпадают. Вот, собственно, в этом-то вопрос, что системная какая-то проблема, да, и как она будет решена, или какие, может быть, варианты решения проблем. Мы-то со своей стороны можем озвучить, да, как эту проблему решить, но будет ли это услышано? Вот в чем вопрос. Вопрос услышан. Спасибо. Спасибо. Да, вот молодому человеку дайте, да, а потом мы сюда перейдем. Пожалуйста. Добрый день. Андрей Евгеньевич Иванушкин, компания Good Food, организация питания на предприятиях бизнеса и соцсферы. В прошлом году поднимал вопрос о госконтрактах, об неком упорядочении при создании, написании тех заданий для госконтрактов. Спасибо большое всем, кто в этом участвовал. Продвинулись достаточно хорошо, и теперь для нас правила более прозрачны при исполнении госконтрактов. Но есть один момент, который на данный момент пока не решен, и это предложение от меня опять по упорядочению. При написании госконтракта ряд служб имеют разные задания и в конце концов собирают техническое задание. Требования Роспотребнадзора, требования каких-то финансовых служб и так далее. В конечном итоге рождается документ, который иногда, к сожалению, мы не в состоянии исполнять. И выиграв контракт, мы получаем его и начинаем думать, как его исполнять. Если надо, могу привести конкретный пример, но если понятно, конкретный пример приводить не буду. Не, ну, конкретика всегда интересна, но если кратко, то приведите. Ну, совсем кратко. Если вкратце, мы должны в любую там больницу или учебное учреждение, согласно требованию Роспотребнадзора, еду привезти в холодном виде, и требования 24 градуса, доставка, какая температура, все условия описаны. Согласно требованию госконтракта, мы должны были привезти ее 75-85 градусов тепла, и других вариантов нету. Вот это такой, наверное, пример, который... Давайте спросим. Можно микрофон? Дайте Осташко микрофон. А почему такие требования? Почему расхождение? Потому что это раздаточные пункты, где необходимо привозить еду. Действительно, если вы говорите про первое блюдо, это 75-65 градусов. Там, где нет доготовочных столовых. Нет, но если требование Роспотребнадзора 24 градуса, то какое требование они должны исполнять? Владимир Сергеевич, это требование, где есть доготовочные столовые. Там, где есть возможность разогреть. Там, где нет возможности разогреть, для этого существуют определенные термосы. А не вы под Первомайскую кадетскую школу-то нам питаете? Нет? Мы? Вы? Это, ну, вы там, скажем, детям 50%, 50 градусов в виду возите, вместо 75. Все уже замерили, все в порядке. Да? Один день была жалоба, мгновенно она ушла по всем инстанциям, и на самом деле сейчас все отработали, мне не стыдно за свою работу. Мы проверку провели, Владимир Сергеевич, на этой неделе по всем трем объектам. 11 числа действительно у них эта проблема была. Была. Первый день они заступили на контракт. Ответом-то сейчас выдают или нет? То есть если доготовка есть, значит это 24. Если нет доготовки, значит это 75, да? Это конкретный пример в рамках моего предложения. Uh-huh. А таких заковык, их достаточное количество в контрактах бывает, и читаются они по-разному. Я могу долго их перечислять, но... Андрей, вот смотрите, сразу, по отчеству извините. Евгеньевич. Евгеньевич, да. Вот я сразу хочу сказать, значит, заковыки могут быть носить только две вещи. Они обе коррупционные, да? Да. Первое, когда это блокирующая заковыка в интересах другого поставщика, ну, когда, так сказать, создаются определенные условия. Либо заковыка для того, чтобы создать условия, создать проблемы при подписании итогового акта. Вот ни одних, ни вторых историй быть не должно. Но, к сожалению, такое бывает. Такое бывает. У нас, например, очень много, вот мы сейчас обсуждали там, на оперативном совещании, вот поставка лекарств, например. У нас вот антимонопольная служба сейчас, она очень активно начала отменять все конкурсы по закупкам наших лекарств. Тоже вот не очень понятно, почему вдруг они проявили такую прыть. Например, при закупках инсулинов. Когда вот человек 20 лет пользуется одним инсулином, вдруг решение о закупке именно этого инсулина отменяется антимонопольной службой. И мы должны купить инсулин другой. И как человек перейдет этот, который принимал один инсулин 20 лет, как он перейдет на другой инсулин, не знаю. Вот мне давайте Елагину тоже микрофон. Скажите, пожалуйста, почему вдруг у нас антимонопольная служба такой активностью занялась? Ну, если возможно, я сначала спрошу, зачем принимали участие в контракте, если вас не устраивают условия? Это правильный вопрос, кстати. Вот, это первое. Ответ услышим, нет? Да, и мне два комментария, чтобы закончить свое предложение, нужно будет. Но я уступлю. Услышите.
Хорошо. По инсулинам вопрос чисто такой технический, специальный. Хотел довести до вашего сведения, что буквально 3 или 4 года назад закупались инсулины другой марки, другой фирмы. Какая разница? Но они уже все равно 3 или 4 года обслуживаются уже на другом инсулине. То есть, вот, понимаете, это же вот важный вопрос. Потому что у нас, вот мы должны дать соотношение, лучшее соотношение цены и качества. Когда вот сейчас у нас эпидемия гриппа, вот у нас приходят люди в аптеке к нам, и они просят не дженерики, они хотят оригинальные лекарства. А люди, которые у нас социальные, так сказать, категории, которые обязаны получать бесплатные лекарства, они тоже хотят получать оригинальные лекарства. Они не хотят получать дженерики. Понимаете? А получается как? Когда мы начинаем закупать оригинальные лекарства, потом, значит, соответственно, этот аукцион сносится, и по цене оригинального лекарства вдруг нам начинают поставлять дженерики. Понимаете? Это же тоже важный вопрос. И вот нужно понять просто вашу логику. Если вы за то, чтобы не было в Тульской области оригинальных лекарств, а были только дженерики, окей, это тоже, так сказать, тоже возможно. Потому что дженерики там, ну, иногда в 2 раза может быть дешевле оригинала, иногда может быть в 3 раза дешевле. И это все оплачивается тоже из бюджета Туликов, вот из тех налогов, которые платят вот, вот здесь сидящие уважаемые люди. Вот я просто тоже хочу понять позицию нашего управления антимонопольной службы. Какая, в чем по, она? По лечебным свойствам, что то лекарство, производитель которого, кстати, российский производитель, обратился к нам с жалобой, и по лечебным свойствам то лекарство, которое было прописано в техническом задании, одно идентично. Но... Это по бумагам. Но люди-то почему-то хотят оригинальные лекарства. Почему? Вот объясните. Понимаете, вот по бумагам вроде бы все так. Действительно, свойства одни и те же. Но почему-то люди хотят оригинал лекарства. И особенно это хотят наши заслуженные люди, пенсионеры, которые имеют право на получение бесплатных лекарств за счет государства. Вот они приходят и говорят, а зачем вы мне даете ту таблетку, которой я не доверяю? Вот мне врач порекомендовал, условно говоря, лекарство такого-то производителя. А мы не можем купить это лекарство, потому что у нас принцип соотношения цены и качества не срабатывает. На заседании комиссии не было приведено ни одного довода по поводу жалоб жителей по смене лекарственного препарата и так дальше. Ладно, но я думаю, что нам тоже, Юрий Михайлович, надо на самом деле закупки, антимонопольная служба, прокуратура, нам нужно просто тоже провести нормальное совещание и просто все эти вопросы обсудить. Потому что то, что я сейчас вижу по гриппу, из всех аптек вынесли импортные лекарства. Импортные лекарства вот за эту неделю подорожали почти в 2 раза. Вот это то, что мы видим. Понимаете? А наши лекарства, я не знаю по какой причине, наших производителей, покупают хуже. Я не знаю по какой причине. Может быть, потому что мы людям не разъясняем. Может быть, это вопрос маркетинга и так далее. Может быть, много объяснений. Но просто мы, власть, нам вот задают люди вопросы. Мы должны уметь на эти вопросы отвечать. Отвечать понятно, прозрачно, чтобы ни у кого вопросов не возникало. Договорились? Совещание, Юрий Михайлович, давайте проведем такое. Так, обещали, Андрей Евгеньевич, ответить на вопрос. Зачем принимаете участие в конкурсе, который заранее невыполним? Это именно то, к чему я и задал свой вопрос. Разными службами условия конкурса читаются по-разному. Если смотреть с одной стороны, они читаются однояко, с другой стороны двояко. Как можно было конкретно этот конкурс поправить? Что нужно было написать? Нужно написать было, что в случае до заготовки может быть поставляться 24, да, или как? Что нужно было прописать вот в этом конкурсных процедурах? Что конкретно? Сначала можно, я свое предложение договорю, и потом конкретно по этому конкурсу. Конкретно по этому конкурсу нужно было обеспечить, то есть если если выполнять условия Роспотребнадзора, то догрев должен быть исключительно на месте. Это федеральный закон, и другого чтения не существует. Вот. Мы на местах находим способы, как в законном русле работать, исполнять эти контракты. Мое предложение сейчас, чтобы вот не было вот этих заковык, я готов собрать часть предпринимателей, готов сам как эксперт выступать с предложениями при формировании конкурсов. То есть, чтобы при конечном формировании технического задания учитывались мнения на местах тех, кто их исполняет. Понятно. Так, Дубровина здесь у нас, нет?
в командировке. Ну, тогда, сейчас, секундочку, да. Щенников, вот руководитель центра организации закупок, вот он здесь. Правильно, да, все сказал? Орлов. Орлов, извиняюсь, да, 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 из Орлов, извиняюсь. Значит, вот Орлов здесь, вот вам нужно тоже будет подойти. Я не знаю, у вас какой-то совет есть? Владимир Сергеевич, мы принимали участие совместно в рабочей группе. И... Нет, как у министерства совета есть, нет. Я имею в виду, вот... У нас рабочая группа именно была по переведению питания на аутсорсинг. Оксана Александровна, вот еще раз говорю, что на самом деле, если мы такие решения принимаем, переводим питание на аутсорсинг, то мы должны четко тогда и формировать заказы таким образом, чтобы двойной трактовки не было. И если у нас есть объекты, где нет дозаготовки, а мы переводим на аутсорсинг, значит, нам на дозаготовку нужно, ну, нужно организовывать. Но ничего другого не будет. Иначе все время будет вот на стыке. Владимир Сергеевич, это была рабочая группа совместно по всей социальной сфере. Ну, вы с, сфере, да. С Андреем Евгеньевичем знакомы или нет? Да, мы знакомы. И все эти вопросы обсуждались. Если нам вводить те условия, о которых вы сейчас говорите, Андрей Евгеньевич, нам тогда не будет смысла переводить услугу на аутсорсинг. Мы будем справляться своими силами. Так, да не угрожай. Я не угрожаю. Ну, нет, мы вывели на аутсорсинг для того, чтобы снизить затраты, Владимир Сергеевич. Не-не, ну... Давайте все-таки находить. Уже раз решение приняли, так сказать, и уже перешли, то значит нужно вырабатывать отношения, вырабатывать нормальные взаимоотношения. А если вы недовольны, как работает, ну значит тогда кормите детей сами. Тем более, что это учреждение, Первомайская школа, она наша, да, региональная. Ну я имею в виду, да. Полностью подчиняется министерству. Договорились, спасибо. Можно я в конечном сформулирую свою мысль? Давайте, если 20 секунд, формулируйте. 10 секунд. Мы хотим участвовать в формировании контрактов на будущее. Нам есть что сказать. Пригласите нас. Пожалуйста. Общественные советы, рабочая группа готовы вас приглашать. Пожалуйста. Спасибо. Так, вот молодой человек, да, стоит с электронным средством. Кто-то с плакатом, а он, у него вопрос в электронном виде нарисован. Да, пожалуйста. Только, коллеги, давайте одна минута на вопрос. Здравствуйте, я бумагу экономлю. Меня зовут Вадим Макеев, фирма «Зодчи», проектная фирма. Значит, я хотел бы напомнить вам и присутствующим о том проекте, который мы рассматривали, который находится вот рядом с Белым домом, и мы предлагали. И предлагали там сделать выставочный центр. Вот за два человека до меня, или два, или три, девушка спрашивала про выставочный центр. Вот там можно было это сделать, я просто напоминаю. И второй вопрос к вам лично. О чем вы конкретно говорите? Просто я напоминаю, что проект пока лежит. ВОЗ и ныне там полгода. Адрес проекта есть? Да. Ну, адрес скажите. Ну, нет, что вы предлагали? Вы предлагали... И вот мы предлагали на градсовете, вы там тоже принимали участие, естественно, предлагали сделать такие парковочные места с выставочным центром одновременно вокруг Белого дома. Попробуем. А, понятно. Да. Это понятно. Я просто напоминаю об этом. Я понял, я понял, да. Второй очень короткий. Ну, я просто сразу отвечу на ваш вопрос, что ну, вот, я как губернатор такого решения о строительстве вот этих парковочных мест вокруг здания, так сказать, вот, правительства Тульской области, я принимать такого решения не буду. Потому что не считаю в этом необходимости взламывать вот ту архитектуру, которая здесь уже сложилась. И заходить в том числе на центральную площадь Ленина, да, которая, кстати, в очень многих центральных, в областных центрах просто таких площадей уже не сохранилось. И вот эта центральная площадь, мы там, так сказать, никогда никакой застройки, там, в том числе там, подземных парковок и так далее, мы пока... этого делать не будем. Вот когда у нас будет все заселено, и в области будет жить не 1,5 миллиона, там, а 15 миллионов человек, наверное, тогда этот вопрос будет актуальный. На сегодняшний день этот вопрос не актуальный. Хорошо. В том проекте мы это не затрагивали. И второй вопрос, наверное, к вам лично, как к бизнесмену уже. У вас, естественно, в России прекрасные связи, и
Хочу сказать, что на протяжении около 12-13 лет со своей командой я делал один достаточно интересный проект. Сейчас ноу-хау решается на стыке разных направлений. Я представляю и электронщика, и программиста, и архитектора все в одном. Вот, соответственно, со своей командой работал. Вот, может быть, на эту тему встретиться, потому что это касается развития территории, в том числе и, возможно, в Тульской области. Ну, пожалуйста, любые предложения, которые у вас есть, присылайте, мы их рассмотрим. Там, моя почта, она известна всем. Это grusiv@tuluregion.ru. Это публичная, так сказать, почта. Пожалуйста, присылайте все письма, которые ко мне поступают. Я там читаю, смотрю их и дальше принимаю решение. Да, пожалуйста. Давайте вот сюда, девушки. Давайте. Трудитесь. А то одна трудится, а вторая замерзла. По-моему, замерзла здесь. Так, пожалуйста. Добрый день всем. Дегтярева Наталья Михайловна, Арсеньевский район, предприниматель, самый хороший район Тульской области. Так, вытекающий вопрос о бренде, чуть-чуть отвлекусь. Бренд, хороший бренд, обожаю пряники тульские, Ясную Поляну. У нас еще один бренд Тульской области был, это ликер-водочные изделия. Это не реклама пьянства. На самом деле, левша, тульский сувенир, Боровинка, гордились, любили. Ну, даже в гости пригласить и все. Но это отступление. У меня более серьезный вопрос. Вообще это... Ну и вопрос тоже. Вообще будет у нас заводы? Заводы хорошие были, необыкновенные заводы. Вот. Будут у нас вообще они восстанавливаться или что-то? Хотелось бы услышать ответ. Вы знаете, правда, в свое время вот Сергей Алексеевич Харитонов, он, так сказать, он у нас человек старослужащий, так, у него опыт большой. Вот он говорит, что в свое время, в конце 90-х, поступления в региональный бюджет от ликеро-водочной промышленности составляли до 20%. До 20%. Сейчас меньше. У нас два предприятия, которые платят акцизы, но это компания «Балтика», и большими усилиями удалось сохранить наш филиал, потому что компания только за позапрошлые и прошлые годы закрыла два крупных предприятия. Закрыла в Красноярске и еще где-то. И наш завод тоже, кстати, был под вопросом, так сказать, под вопросом закрытия. Вот. И, ну вот, что касается производства алкогольной продукции, здесь тоже, вот, к сожалению, вот, то есть у нас достаточно долго не было производителей, потом один из производителей появился, но сегодня, насколько я понимаю, он тоже не очень себя уверенно чувствует в завтрашнем дне. Рынок очень непрозрачный сам по себе, производство водки, и думаю, сейчас вот принято же решение, наверное, вы тоже знаете о том, что переданы... Росалкоголь регулирование, таможня и, соответственно, так сказать, ну, Минфин он и был, не Минфин, извините, а госналогслужба, она была под Минфином, переданы под Министерство финансов. Возможно, все-таки будет какой-то, возможно, будет какой-то, так сказать, анализ этой деятельности для того, чтобы упорядочить поступление налогов. И основная проблема в том, что акцизные марки выдаются, а деньги потом, к сожалению, в бюджет не поступают. У нас вот тоже было такое дело, вот наши и налоговые службы, и вот органы полиции занимались, когда на 5 миллиардов рублей марок было выдано, а в бюджет поступило аж 170 тысяч рублей, да, Сергей Николаевич, да? И, кстати, пока так это дело и не шибко развивается. Так, да, Сергей Николаевич? Но еще вопрос то есть тоже. Есть, проблемы есть. Эта проблема заключается в том, что рынок непрозрачный. Он непрозрачный. Очень серьезный вопрос, я считаю, часто тоже на совещаниях в своем районе. Это не в нашем все это решить, возможно. Это самогоноварение. Сейчас государство борется очень с ликер-водочной. С 2 часов выдается, знаете. Все, в жесткие рамы. Рамки поставили. Не всегда. Цены. Вообще. Суббота, воскресенье, праздничные дни с 12. Цены высокие. И все такое прочее. Естественно, предприниматели, не конкуренты самогоноварения. Просто процветает. Вы себе не представляете. Просто не успевают гнать.
разбавляют спирт самогонкой. И еще самое интересное. Продали бутылку пива, например, до двух предпринимателей, штраф от 5 и выше. Самогонку, если поймали, 1000, 2500. Все, невозможно, спивается население, просто спивается. Это один вопрос. Решить, сейчас, естественно, сейчас, на местах Михайлович, это сейчас, сложно. Давайте, вот смотрите, давайте все-таки не в качестве рекламы самогонщиков. Нет, да? Да. Вот смотрите, вот Ломовцев, который у нас руководитель Роспотребнадзора, вот мы обсуждали с ним, он докладывал о том, что количество смертей и отравлений, в том числе среди несовершеннолетних, у нас снизилось, и снизилось существенно. Это говорит о чем? О том, что суррогатного алкоголя в области стало меньше, так? Ну так? Ну, то есть, либо, не знаю, может это... Нет. Качественная воня. Мы ближе к народу. Нет, так мы же поэтому и собираемся. Может, что-то просто самогонка действительно качественная, что-то сказать. Так, еще вопрос, если уже дорвалась до микрофона. Сейчас, но все-таки что делать-то? Вот мы все проблемы осознаем, понимаем, законы что... Законы какие-то сейчас, надо. Сейчас, секундочку. Законы запретами точно проблему не решишь. Правильно? То есть мы ограничили объем, время продажи алкогольной продукции. В принципе, там уже действует, уже года три, наверное, действует. Там внесли некоторые коррективы. Праздничные, субботу, воскресенье сделали чуть пораньше. Ну, потому что люди выезжают за город и так далее. Вот, что конкретно вот вы предлагаете? Как вот бороться с этим? Вот ваше, что называется, предложение с земли. Я недавно разговаривала сама вот с полицией. А что, говорит, мы сделаем? Да, пришли, вот караули, все, поймали, 1000. Естественно, что там? То пенсионеры, 1000. То есть вы считаете, штраф. Что нужно штраф увеличить? И штрафы надо увеличить, и возможности полиции как-то увеличить. Они не имеют права имеют право только наказывать у тех, у кого есть лицензия. Естественно, у кого больше ответственности, те их и наказывают. Все понял. Хорошо, подумай, Наталья. Так, подумай. Еще один важный вопрос. Я пока дорвалась, извините, пожалуйста. Важный вопрос. Я очень считаю, я ветврач по образованию. Была ветврачом, работала ветврачом. Вы знаете, сельское хозяйство, мы живем сельским хозяйством. Люди наши в районе живут сельским хозяйством. Раньше обязательно почти каждое подворье имело поросенка. Одного для себя, другого для продажи. Сейчас не имеют возможности, хотя бы половину продать. Сейчас такой возможности продать поросенка, и это очень сложно. Быка, кроликов, птицу очень сложно. Раньше как было, как ветрач? Проверили, здоровое животное, зарезали, продали, проверили в лаборатории, продали. Вот мясокомбинат у нас мог закупать, заготконтора или кто-то там на продажу, рынок. Все, сейчас такой возможности нет. Обязательно убойный пункт, обязательно строгие правила. Людей лишили возможности продавать скот с подворий. А если покупают у них перекупщики по минимальной цене. Вот это губится. Сельское хозяйство очень-очень сильно. Так, людей отучили выращивать скот. Значит, вот смотрите, что касается, свиней, да, то есть там действительно проблема есть, и она заключается в том, что в тех территориях, которые занимаются, кто занимается, да, промышленным производством свинины, там действительно, наличие домашних животных, это, есть определенный риск. И вот мы с этим риском столкнулись. Вот Федор Григорьевич здесь вот сидит, вот он вам расскажет, как... Вот Федор Григорьевич, он вам расскажет, как мы с ним хоронили 58 тысяч хрюшек, да, так сказать, как сначала их сжигали, потом... То есть я сам просто в этом Освенцим и был, то есть свином. И я вам честно скажу, что сердце кровью обливалось так, что когда они еще, знаете... Лежат еще, хрюкают, так сказать. Ну да, это сокращение ветеринарной службы сократили. Нет, да? Это не поэтому. Нет, поэтому. Чаще всего это вот как раз наличие домашнего животного, тех людей, которые работают на предприятии. Медик лечит людей.
А ветеринары человечества, ветеринаров сокращать. Еще раз, вот смотрите, что касается свиней, то есть мы сейчас, здесь нужно, конечно, так сказать, должна быть обязательно санитарная зона, и здесь руководители предприятий, которые этим занимаются, они здесь должны тоже не жадничать, и людей, которые живут, просто свинину им просто, да, просто раздавать, для того, чтобы у людей не было необходимости разводить свою свинину. Что касается другой живности, здесь давайте, Юрий Михайлович, давайте тоже посмотрим, если есть какие-то проблемы у вас с убоем и продажей, значит, мы готовы этим позаниматься. Да. Один убойный цех на несколько районов. Миляев, это тоже вот вопрос такой, действительно, на такие вещи очень не серьезный, должны люди очень для жаловаться. Сельского хозяйства, очень серьезный, правда. Что? Да, именно по всей стране, правильно. Ну, я предлагаю просто, знаешь, понятно, если в масштабах всей страны, значит, давайте выходить из законодательной инициативы, что-то менять там. Но, значит, если нам нужно создавать дополнительные убойные цеха, давайте, значит, в программу включать создавать дополнительные убойные цеха. Но отворачиваться, все равно же люди забивают и торгуют. Нет, это только торгуют, минуя всех наших законов и распоряжений и постановлений, понимаешь? Все равно же это все есть. Я поэтому не надо просто, так сказать... Шура ставить. Угу. Все, спасибо большое. Извините, последний, главный вопрос. Это главный вопрос. И тоже очень важный. Я не отдам микрофон. Не, серьезно. Весну ждем с радостью. Весна – радостное событие вообще годовое. Но мы ждем со страхом. Пожары, пожары, пожары. Вы сами знаете. В сельской местности горит кругом. Справа, слева горят поля, горят поляны. Скота не стало, кушать некому, косить не стали. Земля сейчас дорогая, земля принадлежит сейчас всем кому-то. Правильно? Фермерам. Ну, почти, это все. Почти. Землю, я считаю, решение проблемы такой. Может быть, возможно или невозможно. Земля фермерам принадлежит. Какую-то часть должны они обкашивать, убирать. Все. Администрация, значит, администрация несет ответственность вплоть до больших штрафов, должна скашиваться и земля должна ухаживаться. Пример. Подъезжаешь по Калужскому шоссе к Туле, чья земля не кошеная? Не сельхозназначение, я так думаю, наверное, отдали под строительство. Кому отдали? Администрации городской, значит, они пусть обкашивают. Опять горит, выглядит некрасиво, и это надо вообще решать. Страшно. Понятно, понятно, Антон Михайлович, понятно. Вот, пожалуйста, вот сюда. Можно дайте, я выступлю? Пожалуйста, я микрофон. Очень долго ждал. Сейчас, секундочку, вот, задаст молодой человек, да. Потом... Здравствуйте. Да, как вас зовут, Владимир пожалуйста? Сергеевич, уважаемые коллеги. Меня зовут Николай Ашпин, я представляю группу компании «ГИВИД». Мы предприятие машиностроительного профиля и полного производственного цикла, поэтому извините, что вот эта интересная тема самогоноварения немножко к машиностроению. Значит, в чем вопрос? Вопрос очень простой. Мы достаточно известная вообще на рынке компания, мы производим очень хорошее оборудование, делаем международные проекты с итальянцами, с немцами. Последнее наше изделие, мы сделали уникальный пресс, он пока первый в мире, это с полным подогревом по пресс-форме, по массе формируем. Это для металлургов. Очень специальные технологии. И вот сейчас я хотел бы добавить к тем словам, что сказал Юрий Михайлович, председатель Торгово-промышленной палаты, об инновационных и вот таких вот производственных площадках. Это вопрос создания специализированных таких производственных технологических технопарков малого и среднего бизнеса. Потому что вот был замечательный разговор между вами, Владимир Сергеевич, и президентом во время Госсовета. Очень хороший доклад. Кстати, когда иногда разговариваешь во многих кабинетах, мало кто о нем знает. Это я про администрацию. Там были поставлены очень хорошие цифры про занятость и особенно про доли ВВП, то есть там вы планируете и совершенно верно довести там до 45, до 50% с нынешних 20. Очень сложно это поднять, эти будут проценты, потому что, что тут говорить, вот в сфере обслуживания, кафе, парикмахерские, это уже конкурентная среда, и не так там все просто нарастить. Такси мы сейчас вызовем, 50 машин будет стоять через 5 минут. Что касается сейчас производственно-технологического сотрудничества между предприятиями разной формы собственности и разного уровня и масштаба. На самом деле на Тульской земле это все в наличии есть. Есть очень талантливые люди. И сейчас получается, что вот высказал Сергей Иванович очень тоже хорошую проблему, что там неритмичность финансирования и так далее.
В беседе с руководством некоторыми топ-менеджерами сплава возникают вопросы о том, что, говорит, Ростех давит, давайте какую-то гражданскую продукцию. Ее ниоткуда не возьмешь. То есть здесь должны вот малые и средние предприятия плотнее работать с крупными предприятиями, смотреть вот на эти тематики. И мы, например, вот с точки зрения предложения, могли бы уже сейчас говорить о том, что средние предприятия в сотрудничестве с предприятиями ВПК Тульской области могли бы отличиться именно в таких вещах. Они могут быть федерального масштаба. Это производство оборудования для стройиндустрии. Вот это наша тематика, вибропрессование. Второе, это мы предлагаем цех, ну не цех, а на самом деле в мире принята такая форма, это центр покрытий. Когда создается центр покрытия, оборудование гальваническое у нас есть, оно очень дорогостоящее и большое. Мы его приобрели по случаю замечательному, у нас даже он в цеха не входит. Мы приходим к госпоже Лапаевой, ведем переговоры, очень замечательно встречают и принимают. Но там нет уровня компетенций, нет вот этого экспертного сообщества. И вот эту работу надо более серьезно организовать. И правительство Тульской области, безусловно, мы и с Министерством промышленности встречаемся, и с Министерством экономического развития. Поэтому вот сейчас, особенно вот в это время, открылись те возможности, когда Тульская область все-таки может выйти на свои старые позиции, но все-таки вот сейчас везде татары, почему-то у них там... Николай, формулируйте вопрос, пожалуйста. Вот вопрос, значит, надо более жестко и четко сейчас организовать эту работу и попытаться выдвинуть опять Тульскую землю и Тульский регион на передовые позиции. Понятно, да. Понятно. Но это лозунг, а не вопрос. Да? Что касается вклада малого и среднего бизнеса, то если вы внимательно смотрели, по итогам 2014 года у нас в нашем региональном продукте вклад малого и среднего бизнеса составляет 27,8%. Да. Поэтому, в принципе, мы постепенно движемся, так сказать, увеличиваемся. Конечно, там, достичь цели 50 – это минимум, а наш на самом деле больше. Пожалуйста, вопрос дайте. Да, вот молодой человек, а потом в конце вот молодой человек, он там. И давайте, это будет два крайних вопроса. У меня еще есть вопрос, который общий. Да, пожалуйста. Добрый день. Я тоже на них отвечу. Евгений Юрьевич, мы в Ясногорском районе занимаемся строительством перерабатывающего завода, молочного завода. Вот. У меня вопрос, который поддерживает вопрос по кредитованию. Может ли быть взят кредит под значит, обеспечение губернатора или под какие-то гарантии губернатора? Есть ли такая сейчас практика? Когда мы этим начинали заниматься 2 года назад... В моем случае, думаю, что могут под такое обеспечение дать кредит. В другом нет, не знаю. Вы готовы нас поддержать? Потому что мы общались с господином Миляевым, этот проект интересен на местном уровне, местной администрации, Минстельхозу. Да. Мы уже на полсочинг выпускаем свою продукцию, и нам нужны взаимодействия с банком. Что касается выдачи гарантии, если говорить серьезно, то правительство Тульской области имеет право выдавать гарантии. Государственные гарантии. У нас на сегодняшний день на балансе государственных гарантий нет. Пока мы не выдавали. Потому что находили иные формы взаимодействия с бизнесом, иные формы поддержки. Пока мы таких гарантий не выдавали. Вот. Если появится проект, который, как вот Николай сказал, жизненно будет необходим для области, там, строительство, я не знаю, завода по производству, там, я не знаю, новой там, суперинновационной космической ракеты, которая будет востребована всем миром, которая там, будет кормить Тульскую область оставшиеся, так сказать, еще там, столетия и тысячелетия, конечно, мы на такой шаг пойдем. Но действительно... Когда речь идет о госгарантиях, это ну, серьезный там, шаг. По сути, это финансирование за счет средств бюджета. Поэтому мы должны понимать, что область получит в ответ. Если область получает новые рабочие места, если область получает рост по налогам, сохранение производств и так далее, то такие решения правительство Тульской области принимало. Я знаю, что такие решения принимались. Кому обращаться? По епархии это вопрос к Миляеву. Это для начала все-таки вопрос министра сельского хозяйства. Если он не в состоянии, у него есть курирующие заместители. Это Панфилов Юрий Юрьевич, он заместитель председателя правительства, который курирует это направление. Если его полномочий не хватает, председателю правительства. Спасибо. Спасибо. Вот молодой человек давно стоял, ждал, так сказать, нет... Но он чуть моложе, поэтому он.
Да, дайте микрофон, пожалуйста. Ну, мы все душе молоды, да? Но он моложе. Да, пожалуйста. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Малинов Павел Юрьевич, сельское поселение Шацкое, фермер. Вот до меня озвучили очень актуальную проблему по поводу земли, по поводу пожаров на сельскохозяйственной земле. Вот у меня аналогичный вопрос, у меня проблема такая. Более 3 лет не могу получить землю. У меня ферма мясомолочного направления, 136 штук поголовья. А к Миляеву обращались вы, к министерству? Да, он всячески содействовал в этом вопросе, но, к сожалению... А почему Миляев, почему... Не в его компетенции, к сожалению. Девушка, дайте побыстрее. Это больше вопрос к МИЗО. Владимир Сергеевич, мы еще увидимся, я сейчас в деталях не смогу рассказать. Хорошо, тогда на контроль, пожалуйста, в протокол, пожалуйста, этот вопрос на контроль. Подойдите, Миляев, возьмите координаты, чтобы мы могли это ответить. Так, ну вот крайний вопрос, вот девушка тоже держит, это будет крайний, потом я здесь 7 было вопросов, на которые, я думаю, они общего в характера, я хотел бы их тоже озвучить. Пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Ольга Бесарашвили, я с поселка Адоев. Дело в том, что у меня вопрос. Я получила гражданство год назад, ну, год и 4 месяца. Я переселенка с Узбекистана, и российских законов я не знаю. Это может быть и плохо, но у меня нету и возможности. Значит, у меня ИП свое, я открыла ателье в Адоеве, уже работает год. Осуществилась моя мечта, но дело в том, что обращалась я и в банки, мне нужны были деньги, чтобы... Я расширяюсь. Во-первых, женщины хотят, чтобы я расширялась, потому что, видимо, нравится моя работа. Но я не могу взять ни кредита, я не знаю, я информирована плохо. Кому мне обратиться? Ну, если у вас малый бизнес, это вот Клопаева, вот она выступала, Татьяна Валентиновна, это нужно к ней. Потому что получилась даже такая ситуация, мне нужен был кредит, мне его не дали. Взяла моя знакомая с Москвы, и теперь я выплачиваю, хотя кредит на другого человека. И теперь вот я сейчас оформляю... Вопрос понятен. Кому? Я просто ничего поэтому, не знаю. Поэтому да, обращайтесь. Но ничего страшного, вот мы же такие встречи проводим. Да, просто того, чтобы... это, как говорится, и моя гордость решила похвастаться, потому что год. Кстати, не теряйте время, может быть, кто-то из присутствующих еще будет вашим заказчиком, спасибо. Что-нибудь сошьете. Значит, коллеги, вот есть 7 вопросов, которые больше всего людей интересовали. Значит, что касается кадастровой стоимости. Я уже ответил, что, соответственно, в этом году по кадастровой стоимости мы полностью работу проведем, со следующего года будем полностью, так сказать, уже по новой кадастровой стоимости выставлять ставку налогу на имущество. Активно подключайтесь к нашему Министерству экономического развития, присылайте заявки в том случае, если вы не согласны будете с оценкой, потому что через Министерство экономического развития имущественное подразделение сейчас у него в составе, значит, мы все это будем достаточно быстро регулировать. Значит, высокие ставки по кредитам, будут ли поддержка при кредитовании? Ну, это общий вопрос, который в том числе здесь задавали. Но хочу еще раз напомнить, что микрозаймы по ставке 8,25 мы предоставляем. С первого сейчас это 1 000 000 рублей, срок 5 лет с отсрочкой основного платежа до 6 месяцев. То есть тело гасится, начинается через 6 месяцев. Значит, с 1 апреля это будет сумма 3 миллиона рублей. Поэтому у кого бизнес касается именно такого размера поддержки, обращайтесь. Ставка, мне кажется, 8,25 более чем комфортная на сегодняшний день. Значит, соответственно, кроме этого, Министерство промышленности, Министерство сельского хозяйства и Комитет по предпринимательству возмещают процентные ставки, полученные в российских банках. То есть по целому направлению программ вы задавайте им эти вопросы. Они не всегда, может быть, вам говорят, но вы не стесняйтесь, эти вопросы, пожалуйста, задавайте. Значит, ну вот вопрос по проверкам, уже тоже Алиса Евгеньевна его задавала. Соответственно, мы все проверки со своей стороны, за исключением заявлений граждан, которые касаются в основном это либо вопросов жизнеобеспечения, либо вопросов оказания коммунальных услуг. Там основное обращение со стороны жителей – это жилищно-качественное предоставление жилищно-коммунальных услуг. И вот и Александр Евгеньевич Козлов, прокурор области, Сергей Александрович Галкин, начальник управления внутренних дел, они вот подтверждают, что больше всего обращений идет в этом направлении. Поэтому мы
количественные и суммовые показатели перед контролирующими органами не ставим. Для нас основной показатель – это снижение обращения, снижение количества жалоб. Здесь совместная работа всех, соответственно, и органов власти, и предпринимателей, которые работают в этом направлении. Значит, обучение, коллеги, профессиональное обучение. Вот с этого года, с 1 сентября 2015 года, все наши профессионально-технические образовательные учреждения работают только по государственному заказу. Причем для предприятий области это обучение бесплатно. Единственное наше требование – это заключение договора о том, чтобы человек, который учится по той профессии, которую вы выбираете, чтобы он у вас проходил стажировку и постепенную социализацию. Это единственное требование. Можете, если вам ребята, студенты понравятся, пожалуйста, вы можете сами уже устанавливать какую-то, может быть, даже стипендию. Но это мы, что называется, не просим, это на ваше усмотрение, потому что мне кажется, что сегодня качественный, хороший специалист – это действительно залог успеха производства, потому что сегодня цена ошибки, она очень и очень дорогая. Еще один важный вопрос – фермерские рынки. Значит, вот сегодня на градсовете там мы рассматривали строительство там еще одного гипермаркета на территории Тулы. Разная конкуренция должна быть обязательно. Должны быть разные форматы торговли, но должны быть обязательные фермерские рынки. Поэтому, Лаврухин, тебе и, соответственно, Миляеву. Нам обязательно нужно этой работой заниматься. Вот особенно по Адоеву, я просто помню, вот мы на встречу с жителями приезжали, вот там новый глава администрации, вот почему-то он принял решение рынок убрать. Да? Но такой вал был с обращений, что город-то небольшой, сколько в Адоеве? Ну, 1005, может быть, живет в самом городе, не так много, может быть, 4000 человек. Но вот действительно, прямо у людей качественно жизнь изменилась из-за того, что рынок убрали. Сейчас рынок восстановили, да, Агеев восстановили рынок. Восстановили? Ну, как ярмарка выходного дня. И сразу это, так сказать, успокоилось. Поэтому, мне кажется, тем более времена экономически непростые, все, что касается фермерских рынков, я считаю, что мы должны тоже поставить себе в приоритет. Но строить мы их должны не опять вот голое поле и торгуй кто как хочет. Нет. Есть инвесторы, которые готовы строить. Значит, надо посмотреть и, соответственно, таких инвесторов поддержать. Потому что ну, все равно, если посмотреть, цены в итоге разные. Иногда в магазинах, в сетях цены ниже и продукция качественнее, чем на рынках. Но у человека должен быть выбор. Хочет он на рынке, на фермерском покупать, покупай на фермерском рынке. Не хочет, покупай в магазине. И еще призываю, у нас вот с Москвой подписано соглашение по организации фермерских, соответственно, мест. У нас постоянно закрепленные места. Так ведь, да, кто у нас занимается этим? Миляев, вы, да? Я вот просто хочу сказать, Москва за нами закрепила место. К сожалению, наших фермеров там всего 10 или 15%, может быть 20%. Остальные места либо кому-то там у нас выбрана, так сказать, общественная организация, которая отвечает за организацию этой истории. Остальные места непонятно кому предоставляются. Кто там торгует и так далее. Значит, Миляев, вот это тоже нужно исключить. Значит, четко. Москва выделяла нам по соглашению места для фермеров, а не для того, чтобы кто-то на этом наживался. Значит, фермеры должны торговать. Но вы тоже не стесняйтесь. Инициативу, к сожалению, мы не всегда можем вот достучаться. Место есть, а желающих торговать, а что туда ехать? Ну, какая-то вот дезорганизация есть. Значит, и будут ли привлекаться строительные организации Тульской области к участию в инвестиционных проектах региона? Будут обязательно. Но хочу сказать, во-первых, наших строителей похвалить. По итогам прошлого года у нас там рекордный объем ввода жилья, 770 тысяч. Там, за последние 27 лет это самый большой показатель. Когда-то, еще в хрущевские времена, в 58-м или 59-м даже миллион строился, 1 060 000. То есть были даже такие времена. Вот. Но все закупки, которые мы производим для государственных, муниципальных нужд, мы производим
производим в соответствии с процедурой. Поэтому все наши компании, которые строительно принимают участие, так сказать, имеют базы свои строительные и работают на территории Тульской области, мы приглашаем для того, чтобы вы не стеснялись и, что называется, поактивнее принимали участие в этих государственных и муниципальных закупках. Вот. Спасибо всем. Я да, хотел, что, еще вам слово дать? Ну, давайте еще. Девушки, дайте, пожалуйста. Да. Я, если честно, так стеснялась на самом деле, потому что по сравнению со всеми, кто здесь выступал, мы представители микро-микробизнеса, мы предприниматели из поселка Первомайского Щекинского района. Я представляю, значит, 10 человек, которые там находятся. Зовут меня Пенюшина Галина Александровна. Ну, о чем я хотела сказать? Я, наверное, тоже хочу сказать о тех новых экономических условиях, в которых мы сейчас находимся. И у нас на поселке, он на самом деле очень небольшой, наши палаточки, это я сейчас назову хлеб, которые торгуют только продукцией Тульской области, кондитерские изделия, которые торгуют только продукцией Тульской области и регионов близлежащих, бакалея, мясо, овощи, рыба, колбасы Теплогорёвского мясокомбината. У нас, значит, администрация поселка Первомайского создала новую дислокацию наших нестационарных торговых объектов, которые исключили наши места. В результате из 10 палаточек, которые находились, остались 3 самые стойкие, 7 человек ушло, причем ушли они навсегда. То есть они не открыли нигде больше в других местах, других точек. То есть это мясо. Представляете, мясо, причем это собственник привозил мясо. Это хлеб. Люди ходят уже просто обспрашивались, где хлеб, где мясо, где овощи, где еще что-то, понимаете? Мы выходили на главу нашей администрации. Мы даже к вам на прямую линию звонили. Значит, нас отослали к администрации. Результат оказался плачевным. На нас подали в арбитражный суд для того, чтобы мы освободили занимающие нами места. То есть на самом деле я не понимаю, как можно ликвидировать, я даже другого слова не могу подобрать, просто ликвидировать бизнес, понимаете? То есть те места, которые мы сами себе создали, мы приучили покупателей, они нам благодарны на самом деле. Я не понимаю позиции нашей главы администрации. Если как-то можно нам помочь в этом вопросе, помогите, пожалуйста. Галина Александровна, значит, да. Давайте мы так. Вот смотрите, все, что касается... Вот здесь всегда есть баланс интересов общества и человека. Да? Согласна. Значит, общество хочет, чтобы... все было благоустроено. Согласна. Ну, то есть, ну и вы тоже как часть общества. Конечно. Хочешь, чтобы был везде порядок, чтобы там, условно говоря, там неорганизованной торговлей палаточек Шанхай, было, да. Да, Шанхай, было поменьше, Берег. Чтобы было все покрашено, чисто, пострижено, аккуратно и так далее. Поэтому здесь мне сложно комментировать решение главы администрации. Я не знаю, почему. Это полномочия муниципальных органов власти именно утвердить схему размещения объектов нестационарной торговли. Знаю, что вот в Туле очень активно, так сказать, это все происходило, и когда нестационарная торговля находилась на тротуарах у нас, на газонах, на сетях коммуникации, этого быть не должно. У нас этого нет. Этого быть не должно. Значит, если ваши объекты никому не мешают, они соответствуют общему стандарту, то это... уже решение, наверное, к которому там и глава администрации должен прислушаться. Ну вот я попросил Александра, они выезжали к вам во вторник, они выезжали к вам. Да, выезжали. У них предварительное решение есть. Но я просто хочу еще раз на примере Тулы. Вот посмотрите, когда постепенно за 3 года поменяли внешний вид тех же палаток, постепенно там приводят их в порядок. Совершенно же другой вид и в целом у города появляется, когда есть четкое планирование, что вот здесь будут цветы, здесь будет там, скажем, хлеб, здесь будет что-то еще, то постепенно это все выстраивается в нормальную инфраструктуру, совершенно нормальную, комфортную для всех инфраструктуру. И когда принималось решение по
скажем, перемещению, демонтажу тех или иных объектов нестационарной торговли, то всегда предлагались альтернативные варианты, ну, я имею в виду в городе, всегда предлагались альтернативные варианты размещения, там, где можно было прийти и продолжить дальше торговать. В вашем случае, давайте вот уполномоченный по правам бизнеса, так сказать, пообщается с вами. Я не знаю, Федосов, он здесь? Здесь, да, Федосов. Ну, можно Федосову, давайте микрофон, дайте Федосову, он ответит. Да, я еще хочу просто... Ну, сейчас вы с ним не встречались. Пока микрофон донесут, я просто хочу сказать, что мы выходили с письмом к Ирине Ивановне, что мы свои палатки в один торговый красивый ряд сделаем, и будет все замечательно. Кстати, Олег Анатольевич был не против сначала, потом не знаю. Ну, поясните, пожалуйста. Говорите. Алло, да, вот, значит, неоднократно мы встречались по этому вопросу, и работа действительно большая проводилась, там несколько проблем, которые связаны, и это первая проблема, это то, что действительно на тот момент у нас достаточно антисанитарные условия были в настоящий момент, потому что ни у продавцов, ни у кого не было возможности сходить в туалет, никуда. Неправда. Ну, как это происходило, все видели. Неправда. Значит, второй момент, хорошо, конечно, значит, второй момент – были проведены уже 4 конкурса на территории муниципального образования Первомайский по предоставлению мест под нестационарную торговлю, и часть предпринимателей, которые занимали вот эти места около ДК, они на эти конкурсы вышли. Один во вторник. Не один. Один. Во вторник мы несколько раз, мы еще раз прошли с представителями, посмотрели те места, которые предлагаются, в принципе, достаточно хорошие и правильные места. Но ключевой момент, действительно, как бы возможность работы и привести в порядок, наверное, существует. Но ключевой момент, что участки, которые находятся за Домом культуры, в настоящее время поступили заявки от собственника, и они рассматривают вопрос строительства многоквартирного дома. И оставлять там сейчас... торговлю такую, в таком виде, в котором она сейчас есть, это, в общем-то, наверное, нецелесообразно. Можно я Олегу Анатольевичу немножечко скажу? Давайте, мы, может быть, сейчас тогда пообщаемся, ладно, все, извиняюсь, в рабочем режиме, хорошо. Я здесь никуда мы не уйду. Мы с вами встретимся, Олег Анатольевич? Конечно, конечно, я здесь. Очень хорошо, да. Все, спасибо. Я, как говорят, надо чаще встречаться для того, чтобы вопросы, в общем-то, так сказать, имели свое решение. Фергович, вы хотите, да, слово? Да? Ну, давайте, да, девушки, дайте, пожалуйста, побыстрее. Микрофон не работает опять. Добрый день, Владимир Сергеевич, добрый день, уважаемые коллеги. Ну, вопрос такой. Первое. Мы не можем покинуть сегодня эту встречу, не услышав от губернатора. Первое. Ну, во-первых, я хотел бы, чтобы Владимир Сергеевич мог бы, или вернее, дал бы нам оценку, да, текущего состояния, допустим, развития сельского хозяйства в Тульской области. Так, это первое. Ну и какие перспективы развития в 2016 году в связи с новыми вызовами, экономическими условиями, которые не только, естественно, в стране, но и в Тульской области сложились? Спасибо. И последнее. Да, пользуясь случаем, просто хотелось бы поблагодарить еще раз от всего коллектива нашего, да, за ту поддержку, за ту уверенность, которую нам дали. И сегодня мы делаем все для того, чтобы мы развивались. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Федорович, значит, что хочу сказать. Ну, во-первых, вам спасибо, что поднялись, да, говорит, помните, говорит, упал, но встал и поднялся и пошел дальше, да, это очень важно. Значит, вот ту сумму средств, которые мы предусматривали для поддержки нашего сельского хозяйства, мы сокращать не будем ни в коем случае. Значит, наверное, вы обратили внимание, что прошлый год мы прошли без кредитов. Мы смогли в целом, так сказать, сосредоточиться и кредитную нагрузку не увеличили. Вот за январь месяц мы кредитов пока не брали. У нас возможности, линии кредитные у нас открыты, но мы кредитов не брали. Значит, мы постараемся в этом году отработать таким образом, чтобы поддержку нашим производителям
прежде всего сельхозпроизводителям, потому что регионы, у которых есть возможность роста сельского хозяйства, есть возможность роста самих регионов. Мы постараемся эту поддержку увеличить. Сейчас очень важно, чтобы, так сказать, вот Панфилов с Миляевым очень активно работали с федерацией по тем программам, которые есть. Если вы заметили, цена на тульскую землю существенно выросла. При стартовой цене, вот земли Сахуагро продавали, Россельхозбанк на аукционе продавали, при стартовой цене 9,5 тысяч рублей за гектар, цена достигнута была 31,5 тысячи. То есть, представляете, больше, чем в три раза стоимость, реальная стоимость земли выросла. И, в принципе, земля у нас становится на самом деле такой золотой. У нас еще есть резервы по земле, и мы готовы вместе работать. Федор Ильич, здесь важно, чтобы вы тоже не дремали. Потому что видите, какие заходят крупные компании. Мираторг, Авангард Агро. Это крупные производители. Мы заинтересованы в таких производителях. Но мы не в меньшей степени заинтересованы в таких производителях средних, как и ваше хозяйство. И еще мы заинтересованы в наших крестьянско-фермерских хозяйствах. Пока у нас на всех земли хватает. Но вы тоже не дремите. А мы будем стараться оказывать все меры государственной поддержки для того, чтобы вы развивались, создавали новые рабочие места, выпускали больше продукции. Вы же помните, 2018 год нам надо 2 миллиона тонн зерновых собрать. Еще важно это зерновые переработать, накормить скот, который вырастет, и дальше продать уже не зерновые, а мясо. Всем успехов, удачи, спасибо за ваше время. Спасибо. Спасибо.